болить, пече, свербить? Можливо, це геморой. Проктоглівинок полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівинол. Радій життю без геморою. Добрый день, батюшка, я сяду. Так это же не я, это суд решает. Советую Печерский. Там лучше договориться можно. Да нет, я в смысле рядом с вами-то присесть можно, нет? А, это пожалуйста. Ага. Ну, батюшка, я ж не просто так сел, я как бы хотел с вами, ну, вот это вот обсудить, как бы тут, обсудить. Что? Блин, я просто забыл это слово, как оно называется. Ну, вот у вас оно там так называется, оно у вас есть там, как оно у вас называется? Где у нас-то? Ну, в церкви. Ох, господи, в церкви есть литургия, есть отпевание, есть проповедь, есть заповедь. Не то. Вот там, где грех. Вот там, где грех у вас, и там, как бы, когда двое закрываются. Послушай, у нас, конечно, бывали такие в церкви случаи, но это не приветствуется. Да ладно, чего мне такой рассказ? Я же сам видел много раз, то мужчина с батюшкой, то женщина с батюшкой. Мальчика я видел даже. Ты иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову. Мне и так надоело это выслушивать в суде. Ты еще. Странный вы какой-то. У меня и жена такое дело у вас, и кум дел. Вообще обычное дело. Вместе? Не, по очереди. Ну, сначала жена с батюшкой, потом этот кум с батюшкой. Ну, лично я просто, я вот не очень люблю это дело. Они говорят, ну, прям им нравится, помогает. Особенно перед тем, как яйца. Пошел вон отсюда, придурок. Блин, исповедь, вспомнил я, исповедь, батюшка, блин! Господи, что сложное слово такое. Ну, конечно, сложное слово. Главное, Галентваген я помню, авторизация я помню. Исповедь, ну оно сложное, но странными буквами собирается, батюшка. Так ты исповедоваться хочешь? Ну, скорее поболтать я просто хочу. Ну, болтай, все равно делать-то нечего. Ну, что рассказывать-то? Ну, смотрите, значит, жил я себе нормально. И тут, блин, все как поперло мне, батюшка. Деньги, блин, много денег. И прям столько, что я не видел никогда столько денег. И главное, несут. Представляете, понимаете меня, ну? Еще как я тебя понимаю. Несут. Ну-ну. Ну, да, у вас же похожая схема, правильно? Ты давай не богохульничай. Похоже. Про деньги я понял. Вижу по костюмчику, что не с рынка, а с последней коллекции. Ну да, я вижу, вы разбираетесь, судя по вашим туфлям. Давай ближе к делу. Ты кто, бизнесмен? Ну, не совсем. Чиновник? Ну, нет. Барыга? Уже ближе. Военком. Да не бойтесь, батюшка, я не за вами. А я и не боюсь. У меня бронь. Не, батюшка, это вы так думаете, что у вас бронь? А я такое ВЛК бронебойное собрал. Она любую бронь пробивала вообще. Серьезно, я вам говорю. Чудеса творила. У кого вдруг вот, бах, и палец отрастал. У кого болезнь страшная пропадала. А у кого кто-то говорил, а что, я пойду, у меня трое детей. А тут бац, я делал так, что все трое не от него. Короче, у кого одних брал, другим приписывал. Ну, правильный принцип. Забирай у бедных, отдавай богатым. Слушайте, бабки рекой текли, серьезно. Я уже даже их, даже лопатой этой греб. Серьезно, лопату купил, вот лопатой удобно, оказывается, деньги грести. Все подвалы набил. Что ты мне рассказываешь? У меня совковая лопата для снега. Я хотел у вас спросить, ну вот когда вот такая вот ситуация, как бы, что обычно в таком случае советуют? Обычно советуют второй приход открывать. Прикольно. Не, ну у нас так нельзя.
к сожалению. У нас количество приходов строго регламентировано. Ну да. Так а что с деньгами-то ты сделал? На армию отдал? Не, я сначала машину купил. Для армии? Для жены. А потом? Потом бизнес по пошиву одежды и открыл. Одежда для армии? Для жены. А потом дом купил. Для штаба? Не, в Испании. О, так мы еще, прости господи, соседи. Класс! То есть, выходит, ты армии своей никак не помог? Че это? Еще как помог? Я в батальон Монако целую роту отправил. О, этих я знаю. Этих я часто исповедовал. И в Монако, и в Куршавели. Сколько грешников наших там сейчас. Только об этом никому. Да ладно, батюшка, я ж понимаю, одним миром мазаны. Ой, Ли, ты за бабки отмазывал от службы, а мы за нашего главного $1 000 000 внесли, чтобы он продолжил служить. Настя, лям! Такой схемы у нас еще нет. Ну, вы молодая организация по сравнению с нами. У меня вопрос. Ладно мне, священнику, но тебе-то, военкому, зачем столько денег? Блин, ладно, расскажу. Значит, смотрите, батюшка, у меня психологическая травма. Фобия. Я боюсь пенсию. А что ее бояться? Она же маленькая. Вот поэтому и боюсь. Я ж понимаю, она маленькая, поэтому я решил все свои силы направить на то, чтобы купить пенсионный фонд. Ничего себе вы наколядовали. Ну, вы знаете, вообще там все так закрутилось, что я помнился только, когда начал выбирать, какой клуб в Испании себе купить. Ночной? Футбольный. Ничего себе. Угу. А почему именно Испания? Ну как, ну, во-первых, это страна НАТО, правильно, безопасно. Ну, а есть и поближе страны НАТО? Болгария, Румыния? А там уже моя жена дома купила. И поэтому мы теперь как бы расширяем наше семейное НАТО на Запад. А жена тоже военком? Не, можно сказать, она домохозяйка, начальник налоговой. Да, она, кстати, эти дома у других военкомов покупала. Ну, те, правда, побогаче. Побогаче? Я вообще по меркам военком Forbes даже не в первой десятке. Подождите, у вас есть журнал «Военком Forbes»? Не, это мы так нашу закрытую группу в Вайбере назвали. Ага, ладно, так все-таки от меня-то чего тебе надо? Потому что пока на исповедь не похоже, больше на хвастовство. А, ну да-да, батюшка, виноват. Значит, смотрите, мне совет ваш нужен. Потому что сначала мне казалось, что ну прям все у меня зашибись, ну все по плану идет. А тут журналисты налетели. Серьезно. И давай все вскрывать. Откуда машины? Откуда виллы? Откуда деньги? Вот у вас же наверняка это спрашивали. Вот вы что сказали? На все воля Божья. Не, я тоже так сказал. Но мне табло разбили. А-а-а. Вот. И потом дальше стали копать. Откуда деньги? Как ты выезжал за границу? Я говорю, как я выезжал? У меня вообще-то справка. Я больной. Ну, наверное, я точно не знаю, у меня в справке написано «сложная форма варикоза». А хрен поймешь, это голова или жопа, я не сильно разбираюсь. Ну, короче, начали копать и докопались, ну вы же меня понимаете. Еще как понимаю, ко мне сразу с обыском прибежали. Ух, безбожники. СБУшники. И главное, я почти все смог объяснить. Деньги это прихожане мне приносили. Кокаин это диакон перепутал на масленицу с мукой. А драгоценные камни это... А, тоже прихожане приносили. Нет, там другое объяснение было. Вот Иисус из воды вино делал, а я из булыжников алмазы. Класс, правдоподобно. Все бы было хорошо, если бы они... Подвалы со слитками не поперлись. Ни хрена себе, у вас подвалы со слитками. Я о таких пока только думал и мечтал, блин. Ну и как вы все объяснили? Всю правду сказал. Была прихожанка у меня, бабка Авдотья. Ага. Говорит она мне однажды. Батюшка, только вам доверяю. Вы самый праведный, самый законопослушный. Вот доверяю вам свои золотые зубы. Я говорю, Авдотья... Зубы, неудобно как-то. Она говорит, знаю, поэтому и переплавила их в слитки и давай отгружать 2,5 тонны.
Подождите, это сколько ж у нее зубов-то было? Ой, да у нее там в три ряда росло, там мутация какая-то, даже не знаю. Ее в селе даже называли бабка-акула. Слушайте, батюшка, а если проверят? Да, пожалуйста, могу и адрес сказать. Третий квартал, второй ряд, серебристая уградка. Приходите в любое время, она всегда там. Хитро, батюшка. Слушайте, я прям не понимаю, за что вас тогда взяли? По тупняку. Нашли удостоверение ФСБ. А вот это реально залет. И я главное говорю, ФСБ это филиал службы Божьей. А они нет, не поверили. Ну да, слушайте, перестала система как-то доверять своим верным слугам. Да. Мне теперь тоже стрёмно, знаете. Ну вот тут останусь, посадят за то, что, ну, отмазывал тех, кого надо. А если на фронт пойду, ну, типа на фронт, естественно. Спросят за то, что незаконно мобилизовал тех, кого не надо. Ой. Да, ждет тебя суд народный, а меня еще того хуже. Божий суд. Я ведь только здесь в Бога начал верить-то. Слушайте, батюшка. А можно вам вот, ну, такой личный вопрос? Валяй. Можно, да? Вот смотрите, ну вот, допустим, я умру. Что значит «допустим»? По-любому умрешь. Солдаты с фронта вернутся, они тебя и в Испании найдут. Не, я не об этом. Я вот, мне, чтобы в рай попасть, мне вот с кем там порешать можно? Не волнуйся, там за тебя все порешали. Не, ну я серьезно, там есть к кому обратиться? Там единое окно. А, не, мне так что, без очереди, ну, может меня там кто-то встретить? Встретит тебя, апостол Петр встретит. А, и то есть с ним можно порешать, да? Не нужно ничего решать, он задаст тебе пару вопросов, как жил, что хорошего в жизни сделал, и все. А, понял, анкетирование. Анкетировал. Все, тогда мне осталось только понять, ну, чтобы в рай попасть, нужно ли проходить медкомиссию. Ты не волнуйся так, сын мой. Вообще не парься. Все равно в рай военкомов и гаишников не берут. А гаишников за что? Бог знает. Не того остановили, наверное. А можно и мне личный вопрос? Да, пожалуйста, конечно. А можно через тебя... выезд за границу порешать. Блин, батюшка, ну вот прям вот через меня сейчас, конечно, будет проблематично. Но я могу у своих спросить, а вам куда именно там? Что, Польша, Румыния, Молдова? Запоребриковое государство. Блин, ничего себе, у вас что, русский паспорт? Типа у тебя нет. Нет, я патриот. У меня испанский. Ну, я еще до войны получил. Господи, что мы с тобой делаем в этой стране? Что мы делаем? Походу сидим. Сидим. Ага. Так, Гусаров и Попов. Ага. Ще 5 хвилин и обід. Я сколько раз говорил, не Попов, а Попов. Я тебе Сраковим називати буду. І ще раз почую ворожу мову, взагалі залишитись без обіду. 5 хвилин прогулянки і по камерах. Як скажете? Добре. Добре. Ну, до речі, в камері хоч це є. Wi-Fi. Рахунок хоча б перевірю. Тому що, знаєте, мені ж досі кидають гроші. Ну, так. Схема працює. Так, в камерах дуже зручно. Ага. Класна ідея з цими платними камерами. Хто придумав, за цього треба молитися і молитися. Це, до речі, мій знайомий воєнком відкрив, так? Тільки дорого тут. А скільки? А ви що, не знаєте? Так не я ж плачу за себе, а наша організація. А, вам легше. За мене жінка платить. І постійно жаліється, що в Іспанії вілла дешевше, ніж тут камера. Так, в Україні все дорого. Ага. Вітаю вас, шановні. О, вітаємо. І дуже поважні в певних колах люди. Чому це? Ну, разве тут? Ну, а, так. Так. Сідайте, будь ласка. Новенький? Ой. За що? Ну, ні за що. Суддівський произвол. Безпреділ. Та ви що, прям як в нас. Ні, ну, уявіть собі, в країні війна. Кожен день бомби, ракети.
А я саме та єдина людина, хто вирішив облаштовувати бомбосховища. Свята людина. Барабани туди, самі дорогі. Пательні за 750 тисяч. О, слухайте, я знаю, в мене така, вона дуже зручна, в мене в Іспанії стоїть. У нас в лаврі дві таких. Пилососи, комп'ютери, картини, пароварки. Ні на чому не економив, а вони мене в тюрму. І не кажіть. Я все для людей. Купив 15 головоломок, майже за мільйон. Зараз мені вже цікаво стало. Що то за головоломки за 1 мільйон? А оце перша головоломка. Все для них. Навіть почав будувати бомбосховище в Закарпатті. Навіщо? Ну там вже майже тихо. Все одно сикотно, коли ми туди на відпочинок їдемо. Віп. Сховище з басейном, спа. Слухайте, давайте, коли ми вийдемо звідси, ми всі разом поїдемо, запрошення зробите нам? Боюся, що не вийдемо. Як не вийдемо? Мені треба. Я там на 5 мільйонів дронів для армії купив. Та ви що? Так, вже навіть завіз, розмитнення зробив. Трохи не встиг продати цим волонтерським фондам. Ой, там зараз такий ажіотаж на них, а я тут застряг. Втрачаю гроші. Непоганий бізнес. Я не розумію. Ви майже свята людина. За що вас сюди? Перегнув трошки. Зробив платний вхід до бомбосховища в Києві. Ні, ну це все одно для їхнього блага. Так. Так, Україна така багата країна, що і воює, і ще й грошей вистачає таких, як ми, годувати. Правда, бачите. На наш вік вистачить, а там гори воно все вогнем. Гори воно все вогнем. Так, прогулянка закінчилась. Оце слухаю я вас і розумію, що немає вже більше іншого виходу. Батюшка, сповідайте цих двох і самі помоліться. Ви не маєте права. Це не за законом. Це зверху так вирішили? Ні, особиста ініціатива. Послухайте, а може нас просто на фронт відправити і все? А навіщо зрадники на фронті? Щоб на ту сторону було ближче бігти? Ні, в нас воюють ті, хто збирається в цій країні жити, а вам на неї начхати. Зараз на фронті б'ються найкращі чоловіки, а таких, як ви, можна і в тилу розстріляти. Бо поки там за вас хлопці в окопах свої життя кладуть, ви тут липовими довідками торгуєте. Я готовий відпрацювати. Я хороший менеджер. Від таких хороших менеджерів страждають і армія, і вся країна. Вам краще інше слово більше підходить на М. Бо заробляти під час війни на зброї, на армії та бомбосховищах можуть лише мудаки. Ой, я так важко заробляв ці гроші. Нічого. Разом з ними вас і похоронимо. Ну, так, може мене пожаліти? Ну, його зрозуміло, за що? А мене? Я ж нічого такого не робив. Не зробив? Та одна ваша проповідь гірша, ніж 100 снарядів. Бо вона виправдовує війну, виправдовує ворога. І взагалі ваш московський офіс благословив орків на знищення українців. Не буде вам прощення ні від народу, ні від Бога. Знаєте, я з вами погоджуюсь. Треба їх посадити в тюрму, от, або розстріляти їх краще, а мене просто залишити в тюрмі. Можна так зробити? Угу. Ще не вистачало годувати вас за народні кошти. Недарма кажуть, війна – це очищення нації. На долю українців випало будувати нову державу і зрозуміти, своя держава і своя земля даються не референдумами чи подарунками царів, а тільки пролитою кров'ю в бою. І української крові було пролито вже доста, щоб змити увесь цей шлак з нашої землі. Усе, рушаймо. Куди? Пішли, пішли, оформлю вам квитки. За кордон. Ні, це квиток в одну сторону. І на таких, як ви, у нас квитків вистачить. Вперед!
Алло. Здравствуйте. Ибо наглы? Здравствуйте. Вы вчера у нас в стриптиз-клубе случайно оставили кошелек, полный денег. Это вы не оставили? Это чаевые? Ибо наглы, вы наш любимый клиент. Приходите к нам почаще. Кстати, у нас новая программа «Сафари на тигриц». Приходите посмотреть на наших кисок. Будем очень ждать вас. Обязательно. Всего доброго. Марусечка! Да, Сергей Николаевич? Как у нас обстоит на новую программу набор стриптизерш? Уже идет кастинг, провели, скажите мне? Я уже людям все рекламирую. Уже всех ждем. Как у нас на стриптизерш? Уже всех девочек набрали. Прекрасно. Осталось только одно вакантное место. Прекрасно. Вот как раз сегодня должны прийти 3 кандидатки. Давай-ка я их сам посмотрю сегодня. Хорошо. Значит так, объявление убирай. Угу. Из 3 я точно одну уж выберу. Точнее, мы с 6 выберем их. Так, еще сегодня на должность уборщицы женщина будет? Так, а со старой что? Ну, помните, в прошлую субботу у нас в клубе до утра пьяный турок остался. Так. Утром он проснулся, еще не протрезвел, и уборщице все деньги в трусы и засунул. А там их было столько, что она и уволилась. Ха. У нас не стриптиз-клуб, а прямо социальный лифт какой-то. Так, уборщицу сама просмотришь. Я поработаю с девочками. Та-та-ра-та-ра, та-ра-та-ра, та-ра-та-ра. Боже! Боже, какая красота! Вот такой бы ремонт нам в школу! А я такое видела только в частных поликлиниках. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, мужчина! А мы правильно пришли? Смотря куда вы шли. Если на 5-ю бустерную прививку от ковида, то... Клиника дальше, по улице, девочки. Мы на собеседование. Куда? На собеседование. Вы что, глухой? Если глухой, я могу вас записать к знакомому Лору. Кстати, у нас сейчас в поликлинике проходит акция. Лор, проктолог и уролог 3 в одном кабинете. Как говорится, проверят все ваши трещинки. Кстати, я нормально слышу. У меня скорее зрение пропало. А, я понял. Вы на место уборщиц. Это в кабинет Марии Николаевне. Я просто с дуру подумал, что вы на танцовщиц. А молодой человек правильно говорит на танцовщиц? Ну. Да-да, именно на них. Да вы знаете, мы в метро увидели вас объявление. А, вот, это вы уже в костюмах. Да. Понимаете, они слишком правдоподобные, совсем не секси. Вот вам больше школьная форма подойдет, да. А, извините, а у вас халатик должен быть более как-то облегающий, а не эта хрень из больницы. Как-то более обтягивающий, там разрезик. Молодой человек, да. Знаете что? Учитывая наши зарплаты, скажите спасибо, что мы вообще пришли одетые. И скажите спасибо, что халат чистый. Я бы могла и в работе прийти. Вы вообще кто? Как это кто? Мы ваши будущие танцовщицы. И мы увидели объявление в метро. Да, да, да. Вот, пожалуйста. Требуются девушки без опыта работы, обучение бесплатно. Иногородних обеспечиваем жильем. Зарплата 50 тысяч. Ваше объявление? Наше. О, так вам повезло. А, почему? Мы городские. Нам жилье не надо. А. Да, так что мы готовы приступать к учебе. А, скажите, у нас форма будет очная или так, дистанционка? Да, и сертификат о вакцинации нужен или нет? Потому что у меня целых 5 штук уже. Послушайте, девочки. Там в объявлении написано «девушки от 18 до 35 лет». Ну вот, правильно. Как раз таки аж через полгода мне 35. А мне всегда 18! Послушайте, мы набираем танцовщиц, ну? А не учителей с медсестрами.
Так, ну подождите, ну вот в объявлении указано, что можно совмещать с основной работой. Да, точно, 50 тысяч. Угу. А если я буду получать у вас 50 тысяч, то плюс мой оклад, плюс надбавки, итого получится 53 100. Вы понимаете, как нужно танцевать, чтобы получать 50 тысяч? А вы недооцениваете работников социальной сферы, которым предлагают оклад в 50 тысяч. Скажите, пожалуйста, маленькое уточнение. А мне, как преподавателю с ученой степени, надбавки будут? Какая ученая степень? Какие надбавки? Вы обе реально ошиблись заведением. Вы нам не подходите. На этом все. Ну, погодите, вы еще и не полюбовались, как мы танцуем? О, вы еще танцуете? Коллега, включите. Школьная пора, и при всякой погоде... Стоп! Стоп! Вообще, какое-то отношение имеет к танцу? Ну, погодите, вы же не дослушали до припева, я там шире шагаю. Помогите мне поднять. Спокойно. Видите, как Тяните широко. На себя. У меня зеленка есть. Все, вы нам не подходите. Не подходите. Что? Как это не подходит? Подождите, вы еще не видели мой танец? Ваш? Это что, Давай, танец? Давай, приглашай меня. Приглашать тебя куда? Ну как это, на танец. А, танец. Это белый танец? Хорошо, я пошла. Стоп, я прошу. Остановитесь! Мы подходим, вы нас берете. Значит, какой график? Сутки через трое или пятидневка? Когда выходить? Выходить прямо сейчас. И выход там, девочки. До свидания. Как это что значит? Он нас Алло, послал? Маруся, с этими двумя все понятно. Наберешь меня, когда третья придет. Сколько фонариков! Прям как в нашему ДК! Только в 10 раз больше и чисто! Вы еще кто такая? Здрасте! Юлия Цисюк, мистер Бердычев, приехала покорять столицу! Побачила в метро объявление за набор танцюристок, и вот я тут! Вы сумасшедшая! За 50 тысяч! Як скажете, дяденька. Чуйте, только давайте спочатку по поводу жилья определимся. Ну, потому что у вас в объявлении написано, что значит вы предоставляете. Вы понимаете, якось накладно. Ну, каждый день туда-сюда в Бердичев шастать. Ну, тем более, мамке уже сказала, что работу нашла. Я прошу прощения, но здесь не все так просто. Знаете, милочка, какие тут требования? О-о-о! Не знаю, как вы две глисты. А я за такие деньжища на любые требования готова. Так, алло, простите. Маруся, не убирай объявление. Лучше дай новое. И в метро больше не вывешивай. Давайте как-то по институтам собирать. Кандидатки? Общаемся. Охрану пришли мне, пожалуйста, поближе сюда. Мастина, да? Если по нам да, тогда можно нам аванс, а то у меня процедуры, капельницы, уколы. А у меня большая перемена заканчивается, а вечером еще продленка. Послушайте, дамочки, вы понимаете, что пришли в крутой киевский стриптиз-клуб? Не в кружок по борьбе с ожирением. Не в секцию по борьбе со сколиозом и с анорексией. Вы пришли в матё стриптиз-клуб. В каком смысле стриптиз-клуб, дяденька? В прямом. Мы ищем стриптизёрш. То есть вы хотите сказать, что какие-то мужики будут пялиться на мои прелести? Точно.
И лапать будут? Обязательно. Меня все влаштовує. Значит, останнє питання, Семене. Зарплата офіціальна чи в конвертике? Бо я свою трудову на фермі залишила. Яка трудова? Ви нам не підходите реально. Як не підходжу? Ми ищем танцовщицу, а не доярку. А! Ти її знайшов! Скажите мне, какое ваш идиотский танец имеет отношение к стриптизу? Ой, забыла. Секундочку. Чуете, трусики тоже снимать? Стоп! Женщина, я еще раз вам повторяю. Мы ищем стройных, молодых, подтянутых женщин, умеющих танцевать на пилоне, а не толстую провинциалку из села. Сам ты село, Бердичев то город. А я правильно понимаю, что у нас снова появился шанс? У вас? Вы хоть раз в жизни показывали стриптиз? Я? Да. Да. Интересно. Мы когда-то в школе играли в крокодила, и физрук с трудовиком загадали слово стриптиз. А отгадали, гады, когда я уже в трусах стояла. А потом... Очень интересно, очень. Если умеете танцевать, танцуйте, пожалуйста, покажите. Очки подержите. Пожалуйста, да. Нет, все-таки с очками. Да. Побыстрее, у меня мало времени. А звонок? Что? Звонок. Какой, мать её, звонок? Это не школа, это работайте. Все понятно? Согласна. Надеюсь, больше нет желающих танцевать. Я! Хватит! Да шо? Когда заселяемся? Простите, пожалуйста, а можно я? Вы вообще с пилоном дело имели когда-нибудь? Ну, не то чтобы с пилоном. А это как? Ну, дело в том, что когда началась эпидемия, в нашу больницу можно было только попасть по водосточной трубе. Да. Ну, и я, так сказать... Танцуйте уже! Ага, благодарю. Секундочку. Что? Немножко продезинфицируюсь спиртиком. Так сказать, взбодрюсь. Ооо! Ооо!
простите. Вы... Простите! Вы танцевать вообще будете? Не, мне достаточно. У нас программа «Сафари на тигриц», а не на двух сусликов и поросенка. Все, спасибо, уходите. А по Трудовому кодексу вы, как работодатель, должны аргументировать отказ от работы, иначе мы подадим в суд. Да! А если вы нас не возьмете, то мы зайдем через постель. Не надо! Я вам дам последний шанс. Но это реально последний шанс. Итак, представьте, что я клиент. Представьте. Спокойно, девочки. Я клиент и прошу вас станцевать для меня приват. Приват? Да. А если у меня аваль подходит? Приват! Это когда клиент специально запирается с стриптизершей в отдельном помещении для интимных услуг. А, так у меня это было. Да ладно. Конечно, в манипуляционной. Два раза клизму делала и один раз аппендицитом пах брила. Приват? Да. Это когда клиент просит станцевать отдельный танец в отдельном помещении под медленную музыку только для него. Танец, пожалуйста. Послушайте. Тут вообще-то надо раздеваться при этом, на самом деле. О, одну секундочку, 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 секундочку. Послушайте, стоп, 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 танцевать надо, сидя на мужчине. О, пожалуйста. Так, стоп, стоп, стоп. Сексуально, понимаете, нужно... Я еще могу сделать искусственное дыхание. Не надо. Массаж сердца. Тоже не надо. Вы максимум можете елозить по моим интимным местам. Боже, это как раз то, что я умею. Дело в том, что я на полставки работаю в урологическом отделении. Что? А, да. Ну что? Что вы делаете? Как это что? Для начала я должна проверить ваше интимное место. Показывайте кукусонка. Не надо, я прошу, не надо. Прошу вас. Не беди ты, мала. Зараз я покажу, как я на день места мэра взбодрила. Ноги сломали! По колено! Ой, я, наверное, дверью ошиблась. Я на собеседовании. Проходите, вам там покажут фронт работы, бабушка. Ага. А что вы ее просто так взяли? Она же даже не танцевала! Я свои 50 тысяч просто так не отдам! Успокойтесь, девочки! Она на должность уборщицы. Зарплата 2000 гривен. А что за 50 тысяч надо делать? Бабушка, за 50 тысяч у нас работают танцовщицы. Так я могу. А что? Я на шпагат садилась. На прошлой неделе, когда гололед был. Бабушка, я спрошу. У нас, конечно, есть медсестра здесь, как выясняется, но, может, не надо. Надо, надо. Вы посмотрите. Во, мне президентский смартфон есть у меня. Сейчас музыку включу. Оп! Бабушка, бабушка, понимаете, нам же нужно на пилоне танцевать вообще-то. Возле палочки? Да, палочки. Да, пожалуйста.
Бабушка, вообще нужно как-то ну, сексуально танцевать. Сексуально? Да. Так что, раздеваться, что ли? Ну, не вопрос. Стоп! Стоп! Достаточно! Пошли вон все! Идите в суд! Идите куда угодно, чтобы я вас здесь больше никогда не видел! Хам! Козел! Свинья! Наркоман! Идемте, девочки, в другой клуб, кому за 50. Нас туда точно примут. Пошли! За 50 тысяч? Да? Пошли! Там еще больше, чем 50 тысяч? Да! А где кошелек, ибо наглы? Вот старуха подрезала. Алло? А, да. Да, это Сергей, администратор. Да, ибо наглые, здравствуйте. Вы передумали? Хотите вернуть свой кошелек? Понимаете, какая история, его украли. Да тут одна старуха приват делала мне, и... Я не пьяный. Реально, баб... Я не маньяк. Что? Я все отработаю. А вы хотите сафари на льва? А кто, лев? Приезжайте, мы ждем. Сука, надо увольняться с этой работы, господи. Дизель-шоу. Мы запрошуємо вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весну разом! Что вы начинаете? Ну я же сказал, что я покушаю. Мама, вы звонили сильно немножечко пару минут назад. Ну, я не могу кушать так часто, вы же видели эти цены, мам. Все, мам, у меня важное собеседование, да, и я прошу переключить ваше внимание на что-то не менее ценное, чем я. Да, до свидания. О! Здравствуйте, немолодой человек. И что вы молчите? Может быть, вы что-то скажете? В этом доме привыкли экономить на всем, кроме слов. Просто я не хотел, чтобы мой голос испортил первое впечатление обо мне. Молодой человек, который пришел сильно просить руки моей дочери, должен переживать не за первое впечатление, а за финальное. Уверен, оно будет еще лучше. Ну что ж, посмотрим. Присаживайтесь, у меня есть для вас немножечко много вопросов. А Фира говорила, что вы ювелир, а не следователь. Итак, вы претендуете на высокую должность жениха моей единственной жемчужины. Предлагаю начать собеседование. Конечно. Вот. Конкретизируйте. Презент столетней давности, который ускорит принятие вами единственного правильного «да». Вы знаете, как говорит тренер черноморца своим игрокам, не забегайте так далеко вперед. Так, хорошо, чай, кофе. Как скажете. Есть чай и есть кофе. Сегодня для близких родственников у меня чисто символические цены. Вы знаете, если цена упадет до чисто бесплатной, то, в принципе, я думаю, у вас есть все шансы оказаться в нашем семейном альбоме. В таком случае рекомендую чай, потому что кофе только что закончился. Скажите, пожалуйста, вы будете пить... Из кружки мой тесть
самый лучший. Или из кружки мой тесть самый лучший. Я так понимаю, брали пап. Даже не сомневайтесь. Не ну, сомневайтесь. Что ж, давайте. Вот. Так. Чаёчек. Я прошу прощения, надеюсь, чай пить за меня вы не будете? И хватит уже мозолить мне глаза своими телодвижениями. Я не люблю слишком крепкие. Ой, ну так вы, получается, не только лучший тесть, вы еще и выгодный тесть. Ой, ладно. Я надеюсь, вы только что поставили мне плюсик, а не крест на ваших будущих внуках. Молодой человек, а мне кажется, что вам лучше смотреть не сюда, а туда, где находится сахар. Это я уже посмотрел, когда проходил возле кофейни около вашего дома. Кто молодец? Я молодец. Ну что ж, давайте пройдемся по вашему резюме. Так. Я надеюсь, ваша экономия на чернилах не лишит меня еще одного плюсика в резюме. Возьмите мою ручку. Это так, чтобы она не потерялась. Не более этого. Итак, Семен Маркович. Так. Ой. Что такое? А что у вас с фамилией? А что такое? Перетятько. Ну, тогда у меня сразу к вам вопрос интимного характера. Скажите, а вы еврей везде? Мои родители немножечко сэкономили на этой процедуре, поэтому меня не обрезали, а подвернули. Понимаю. Вы знаете, у меня есть большие сомнения, что вы с фамилией Перетятько. Ну, сможете устроиться на высокую должность моего зятя. А что я? Все вопросы к моему деду. Ему немножечко в ЦК намекнули, что заграничные гастроли украинского танцевального коллектива под управлением Глейшмана могут закончиться, так и не начавшись. Я все понимаю. Но с другой стороны, мой дедушка может не понять, если у его правнуков будет некошерная фамилия. Ой, если вы примете правильное решение после нашего собеседования, то в ЗАГСе я скажу «да» не только вашей дочери, но и вашей благозвучной фамилии. Договорились мы сейчас, но знаете, что это вам на ваш будущий юбилей. Так сказать, мой подарок. Еще один плюс. Не хотел задавать вам этот вопрос, но все-таки спрошу. Скажите, сколько до моей фирочки у вас было, как говорят радисты, связи без брака? Тот самый необходимый минимум, чтобы не раздражать вас сейчас, ну и чтобы оставить фирочки неизгладимое впечатление в первую брачную ночь. То есть у вас с фирочкой еще ничего не было? Если так. Папа, вы не в библиотеке, говорите немножечко погромче. Фирочка, сокровище мое, мы же договаривались с тобой, что пока у меня будет собеседование, ты подождешь в соседней комнате. Папа, я уже отсидела себе там все уши. Фира. Папа, как говорил дядя Яша коллекторам за дверью, считайте, что меня здесь нет. Ну что, если что, я не против. Если что, вас никто не спрашивает. А, раз меня уже никто ни о чем не спрашивает, я так понимаю, собеседование окончено. Подождите, не льстите себе, молодой человек. Как говорил Моисей, после 20 лет экскурсии по пустыне, идем дальше. Ну, у вас в графе возраст тут написано 43. Вам не кажется, что для брака это как-то немножечко поздновато? Папа, в
Фіра, я не про твої 43. Папа! Ну що? Фіра, а хто мені сказав, що вам немножечко за 30? А хто вам сказав, що 43 – це не немножечко за 30? Кстати, кто-то тоже говорил, что у него там чуть меньше 20, а там... Фираша! Не мешай нам с твоим отцом собеседоваться. Фира, я предлагаю, чтобы ты была как пропавшая рыба на привозе. Да. А выдавай свое присутствие только после того, как тебя купят, если ты понимаешь, о чем. А так, дело вид, что тебя здесь нет. А, ну что ж, молодой человек... У вас есть рекомендации? Ну, конечно же, конечно же. Как же без рекомендаций? Вот. Я прошу прощения, я похож на человека, который занимается сбором макулатуры. Ну, а кто, как не моя мама, знает обо мне столько хорошего? О, вы еще и специалист по интерьеру. Да, вы бы пожили с моей мамой, вы бы тоже стали специалистом по интерьеру. У нее перестановка раз в неделю. О, извините, это мой непосредственный начальник. Да, мама. Мама, вы звонили несколько минут назад. Да, я покушал, мама. Мама, я не могу столько кушать. Мама, вы видели эти цены? Как говорил дядя Изя, тете Цили, после бутылки портвейна, вы мне начинаете нравиться. Я бы предпочел, чтобы мы уже договорились. Потому что за время нашей беседы Фирочка не молодеет. Начали нравиться и тут же закончили. У вас в резюме, вот я вижу, скромненько, большими буквами написано, что вы будете идеальным мужем. Хочу спросить, какие ваши преимущества перед другими кандидатами на эту должность? Фира, я не понял, что есть еще кандидаты? Папа, что вы опять творите? Вы уже в седьмой раз можете помешать моему счастью. Фира, я прошу тебя, не мешай собеседоваться. Ты сама сказала, что тебя тут нет, правда? А так пусть теперь появится. Фира, что значит в седьмой раз? Молодой человек, не цепляйтесь к словам. Посмотрите на эти 80 килограмм счастья. Ну. Папа, что вы творите? Я села на диету. А, да. Ой, виноват, да. Посмотрите на эти 95 килограмм счастья. И, кстати, они уже практически ваши, потому что у меня вопросов больше нет. Все. А теперь они появились у меня. Скажите, пожалуйста, предыдущие кандидаты не подошли вам как работодателю? Или же их забраковала непосредственно заказчица? Работодатель. Да, но пусть вас это не пугает, потому что требования к кандидатам на должность жениха со временем, ну, конечно же, стали намного меньше. Да, ведь последний, кто откликнулся на эту вакансию, ну, он уже нянчит трех босиков, дай бог им здоровья. Кстати, за босиков. Скажите, я надеюсь, что у заказчицы нету там какой-нибудь дочерней офшорной фирмы, которую я не знаю. Ну, о чем вы говорите? Ни в коем случае. Иначе я бы уже давным-давно нашел того инвестора, который решил вложиться в мою дочурку, вот, и заставил бы его официально оформить сделку. Это, конечно, радует, но мне все равно надо время на подумать. А что тут думать? Что тут думать, когда мое решительное «да» уже, ну, практически у вас в кармане? Что тут думать? Ой. Опять мама... Ну что ж, хочу спросить у вас, скажите, вы уже подарили моей Фирочке кольцо? Вы что? Как вы могли обо мне такое подумать? Я до свадьбы ни-ни. Сначала свадьба, а потом уже дорогие подарки. Что ты маму сбрасываешь, халамей? Мама, что вы здесь делаете? Хочу помочь своему сыночке. Судя по такой смачной невесте, тут а конкурс не меньше 10 человек на место. Мама, успокойтесь, я уже видел это место.
Что вы делаете, мама? Мама спасает своего сыночку от голодной смерти. Мам. Тут же тебе даже воды не дадут на покушать. Женщина, я, может быть, что-то неправильно понял, или вы сейчас пытаетесь оскорбить своих будущих родственников? А что я могу сказать за людей, которые маме, то есть мне, даже не предложили стул на посидеть? О, Фирочка, подними свой чудесный токес и докажи свекрови наше гостеприимство. Папа, вы определитесь, я здесь есть все-таки или как? Все зависит от этого прекрасного юноши. Молодой человек, ну что вы тянете кота за все блестящие предметы? Ну, давайте уже, сделайте предложение своей будущей жене или где? Что за пауза, Шлемазил? Мы согласны. Ну, тогда я здесь все-таки есть. И не ищите приключения на свои ноги. Мама. Ну что ж, тогда прямо сейчас предлагаю за вашу новую должность жениха расширить наше знакомство и, так сказать, сосуды. Что вы делаете? Что? Остановитесь. Вы что? Что? С этой бутылкой коньяка сватался еще мой прадедушка к моей прабабушке. Вы что? Хотите, чтобы ваш внук пошел к будущему тестю с пустыми руками? Моя сыночка. Вот сразу видно, что мальчик из очень приличной семьи. Из настолько приличной, что маме, то есть мне, давно никто ничего неприличного даже не предлагал. Так давайте же я предложу вам прямо сейчас. Я предложу вам обсудить подробности нашей предстоящей свадьбы. Тогда сразу же предлагаю. Пускай гости вручают конверты прямо в ЗАГСе. Вы знаете, я начинаю испытывать к вам настоящую симпатию. Так мы точно отсеем тех, кто не пойдет в ресторан. Очень хорошо. А зачем нам ресторан? Его мама, то есть я, что, плохо готовит? Мы смачно и недорого все отпразднуем дома. О, слушайте, ну я вас уже практически люблю. Ну что я могу сказать? Встань, Шлемазу. Совет вам да любовь, дети. Ой. Дизель-шоу. Ну? Ну? Давай, докладывай. Чё докладывать-то? До краёв борща мне докладывай, а? А, да докладываю, докладываю. Нацедила тут, господи, что тут есть. О, хорошо. Хорошо. Прям под такой борщец не грех и по 100 грамм пропустить. Ну ты пропусти, а я выпью. А может и деткам этот борщ вынесем, а? Ну пусть поедят нормально. Ты что, дура совсем, что ли? Он же вкусный. Там 4 вида мяса. Они его попробуют, им понравится, они за добавкой перебегут. И все, здравствуй, детское ожирение. Не-не-не. Ты неси им это диетическое. Угу. Из нового школьного меню. Может, охранник в этот раз вынесет, а? Ну, честное слово, ну мне уже страшно им что-то нести. Нет, охранник останется на кухне. Это более опасный объект. Давай, давай. А то опять придет какой-нибудь папаша с армейским ремнем. А у меня, знаешь, еще с прошлого раза звезда Мишлена. Задница не сошла. Давай, давай, с Богом. Вообще не понимаю, что они к нам ходят разбираться. Ага. Типа мы это новое меню придумали. Не говори.
Кстати, колбаску мне передай. Только малое кольцо, я на диете. Надо налегать. Да. Прям налегать, налегать. А то у нас еще 600 пироженок. Их же тоже запретили. За пироженки я не переживаю, мы за сегодня управимся. Но у нас еще 300 килограмм колбасы. Она сама себя не съест. Добрый день! Я учительница младших классов. Я к вам по поводу школьного питания. Заходи, садись, покушай. Тебя ж ветром сносит. Нет, я по поводу меню для детей. Это какой-то кошмар! У меня же сдают нервы! Пойдем, пойдем, мы тебе сейчас их подлечим. Давай. Вообще-то я на работе. Так и мы не кастрюли пинаем. А по-моему, именно этим вы и занимаетесь. Объясните, пожалуйста, почему у меня голодные дети? Так понятно же. Сколько сейчас учителя-то зарабатывают? Тут не то, что ребенка, кота не прокормишь. Да. Мужика тебе нормального надо завести, чтобы обеспечивал тебя и детей твоих. Причем здесь мои дети? Я говорю о детях в школе. Государство оплачивает школьное питание. А они у меня голодные сидят. 2 + 2 не могут сложить, в обморок падают. Так понятно же. Программа какая сложная. Надо упрощать. Завалили детей уроками. А может, готовить надо нормально? Здрасте. Всю жизнь готовили нормально, а тут на тебе что, ненормально, что ли? Мы все готовим по инструкции этого, ну, первой леди и повара этого, забываю, как Клоп. Клопотенко. Да, да, вот Клоп запомнил, а Потенко никак не запомнил. Так вот, мы все готовим по инструкции, а эти грызуны не грызут. Так в том-то и дело, что они грызут. Все подряд, ручки, карандаши, мелки эти, из вазонов листья, ногти перегрызли все. Так а нам... еду из столовой есть не хотят. Так все вопросы к разработчикам, мы тут вообще ни при чем. Боже мой, дожились. Дети бегают за школу не курить, а втихаря пожрать нормальной пищи. Вообще-то, если честно, я когда попробовала это новое меню, я думала, я корону подхватила. Такая же фигня. Ни вкуса, ни запаха. Да. Думаю, ну все, приплыли. Там же вроде нормальные блюда в меню были. В чем проблема? Проблема? Да. А я сейчас тебе прочитаю эти блюда. Смотри. Кифлик. Или кифлик. Или кифлик. Калатрава. Или калатрава. А вот это авгалемона. Или авгалемоно. Понимаешь, проблема в том, что они как звучат, так и выглядят. А на вкус? На вкус никто не пробовал, боятся. Вот суп этот, авгалемоно, он же звучит, ну, как-то вот вкусно. Да? Давайте я его попробую. Серьезно? Да. Что, прям реально? Конечно. Что, у тебя такой крепкий желудок, что ли? Может, угля дать активированного? А то донышко прорвет и улетишь в космос. Давайте, наливайте этот ваш суп авгалемоно. Прям уверена, да? Да я бы с удовольствием налила. Ну как? А? А что же у вас на второе? На второе? Вон, рис и рыба. А почему тут только рис? Рыбу еще не купили.
не нашли скумбрию по 8 гривен. Слушай, вы такое говорите, где вы видели скумбрию по 8 гривен? Ты что, хочешь сказать, что первая леди нас обманывает? Она где-то есть по 8 гривен. Ищем. 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 Ну, допустим, сегодня у вас такой день. Что завтра? Шпундра! Женщина, я вас не оскорбляла. Шпундра! Это забытое украинское блюдо. Я считаю, что не зря его забыли. Скажите, пожалуйста, а куда исчез хлеб с маслом? Заменили. На что? На дулю с маслом. Подожди, какое масло? Это же холестерин. Просто на дулю. Ну, давайте вернем хотя бы хлеб и молоко. Это глютен и лактоза. Нельзя. Тогда пюре с сосисками. А, крахмал и консерванты. Ну, хотя бы печенье оставьте. Сплошное ГМО. Угу. Ну, вы же повара. Вы же можете что-то придумать. Выход только один. Но директор должен разрешить алкоголь. Это можно сожрать только под закусь. А это не выход. Может быть, просто... Вы их как-то уговорите. Кого? Котов или собак? Или тараканов? Детей. Ну, там, не знаю, ложку за папу, ложку за маму. Слушай, мы их еле-еле уговорили компот без сахара выпить. И то благодаря тосту. Спасибо, мама. Я поел. А вот еще. Это что? Простите, ваш сын продает еду из-под полы? Что значит из-под полы? Все законно. Он бабушкин пирожок выставил на аукцион в классе. 3800! Сынок, какой молодец! На, держи конфетку. Куда ты разворачиваешь? Иди в класс, продавай! Будет толк с пацана, говорю тебе. Поваром будет. Может, вы остальным деткам конфетки раздадите? Ты дура, что ли? Это ж Рошен. Узнают, школу закроют. Давайте тогда что-то придумаем. Давай уже быстрее сообразим на троих. Да. Я не об этом. Зачем они вообще новое меню придумали? Чтобы бороться с детским ожирением. А должны начать бороться с депутатским ожирением и с прокурорским ожирением. Ты их морды видела? Они ж в телевизор не влазят. О-о-о. Чё, съели всё? Господи. Ни о чём не спрашивайте. Хорошо, хоть остыло, да? Я же сказала, никаких вопросов. А что-то не поняла, где черпак? Никаких вопросов! А, ты Авгалиманы, хлебани, он из тебя быстро выскочит. Только не убей никого. Проходили. Ну почему же дети не едят? Вы вообще правильно готовите? Конечно, правильно. Все по инструкции. Вот, смотри, технологическая карта. Тут написано, возьмите котлету, положите ее в пароконвектомат. И в чем проблема? Где? Где ты тут видишь пароконвектомат? А вы говорили об этом директору? Конечно. И что он сказал? Послал. Как? Послал. Трехэтажным параконвектоматом. Сказал, денег нет, но вы учитесь. Боже мой, как можно придумывать меню, для которого нет оборудования? Ну и что? У учителей тоже не у всех есть компьютеры дома. Удаленку же никто не отменял. Это ненормально.
это возмутительно. Это просто какой-то... Да ты успокойся. Сядь, покушай. В голодную голову ни одна хорошая мысль не придет. Давай, давай. Кстати, а может быть, от родителей жалобу напишем? Мол, они сильно недовольны этим новым меню. Да что родители, они вообще ничего не понимают в здоровом питании. Они же выращены на этом домашнем украинском питании. Mm-hmm. А там что? Там вот это вот хлеба побольше взять, на него побольше сала положить. Ну вот это если картошку взять, то обязательно ее надо, видите ли, обжарить до хрусткой. А вареники эти вот с капустой, да со шкварочками, вот это, ну это же, я не знаю, как вообще это вот можно, но я... Господи. Что? Смотри, у нее слюни. Из глаз пошли. Вы издеваетесь, что ли? Боже. Вот, зараза, опять заминировали паразиты, а? Так, что у нас сегодня на полдник? А на полдник вареный шпинат и запеченная тыква под свекольным соусом. Так, все, эвакуируемся отсюда. Жалко, что опять саперы с собаками все доедят. Эвакуируй колбаску обязательно. Я это возьму. Mm-hmm. Пойдем, пойдем. Давай. Виктория Сергеевна! Мама, Филиппа, что так долго? Я чуть слюной тут не сошлась, пока с ними разговаривала. Я пока разобралась, по какому номеру звонить, чтобы школу заминировать. Кошмар! Налетай! Налетай! Так, дети! Дети! Сирена для учителя! Вы что? Так, сначала учителя, потом дети! Учителя, потом дети! Все, стоять! Дизель-шоу. Мы запрошуем у вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо! Дизель-шоу. Алло. Нет, нет, и еще раз нет. Молодой человек, я вам повторю 100-й раз. Даже за $100 за страницу я это озвучивать не буду. До свидания. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Безобразие. Это же... Меня, обладателя звания «Золотые гланды» 81-го года, в Сопоте заставлять озвучивать порнуху! Порнуху! Да ладно! Дайте у вас, вот я смотрю, водичка есть. Да, да, конечно. Мне надо прополоскать рот после этого озвучки. Понимаете, да, пожалуйста, срочно. Пожалуйста. Я не могу просто не могу. Спасибо, ваше, да? Да. Так, это, понимаете, а все ведь так безобидно начиналось. 2 дальнобойщика едут по стране. Пол кузова, значит, огурцов, половина кузова фалоимитаторов. Потом КамАЗ переворачивается, и они всю дорогу играют в съедобное-несъедобное. Боже, это... какая пошлятина. Гадость! Ужас! 400 страниц, я еле до конца дочитал. А зачем вы до конца читали? Просто глазам своим не мог поверить, что такое могут написать. Да что там написать? Такое везде сейчас. Я телевизор боюсь включать. Кинг-Конг – зоофилия. Понимаете, Маша и Медведи – педофилия. А Белоснежка и Семь гномов – это же свингерская вечеринка. Сергей Николаевич, не будем отвлекаться от работы. Давайте все-таки поработаем немного. Так, что-то у вас сегодня? Ну-ка, давайте. У нас сегодня все в порядке. Не то, что вы читали перед этим, конечно. Надеюсь, приличное что-то? Конечно, конечно. Это так. Детская сказка. Детская сказка? Опять скандинавская? Что вы, боже упаси. Чешская. Чешская сказка на чешском языке? Почему на чешском? На русском. Имена на русском?
Я вас обрадую, имен тут вообще нет. О, как интересно, как замечательно. Простите, а что вы делаете? Ищу, где подвох. Подвоха нет, давайте приступим к работе. Приступим к работе? Да, я буду готов через 3 секунды. Хорошо. Так. Все, запись пошла. Лесные сказки и байки. И кто такой этот Ибайка? Это что, какой-то чешский эротический бог? Вы, наверное, что-то не так прочитали. Я все правильно прочитал. Поэтому спрашиваю, кто такой Ибайка? И кого он в лесу будет? Лесные сказки и байки. Байки, вымышленные рассказы. А! Господи, простите. Вымышленные рассказы. Да, байки, байки. Байки. А я уж думал, байка, это такая бабайка для взрослых, ходит, всех пугает. Сергей Николаевич. Да. Отвлеклись опять, да? Да, извините, пожалуйста. Да. Лесные сказки и байки. Сказка «Зайчик-почтальон». Мило. У зайчика в лесу была самая важная работа. Он был почтальон. Лесные жители радостно встречали зайку, ведь он приносил им письма и посылки. Кому-то орехи, кому-то травку, кому-то шишки, кому-то грибочки, а кому-то лечебный порошок. Прямо наркокурьер какой-то. Да ну какой наркокурьер, Сергей Николаевич? Обычный зайчик-почтальон. Обычный зайчик-почтальон? Да. С лечебным порошочком? Ладно, продолжим дальше. Скакал зайка по полянке и увидел сидящего на травке мышонка. И давно? Что давно? Давно мышонок на травке сидит? Наверное, с утра. Вот замечательно. Весь день мышонок на травке, малолетний негодяй, всем наплевать в лесу. Мышонок увидел зайчика и захихикал. Вас ничего не смущает? А что меня здесь должно смущать? Увидел зайчика и захихикал. Может, он еще муку с носа стер? Кашлянул? Да там ни слова об этом не написано, ни кашлянул, и муку не стирал. Просто читайте, что написано, и все будет хорошо. Зайчик улыбнулся в ответ и отдал мышонку посылку, в которой были шишки. А мышонок, наверное, отдал ему в ответ 100 баксов и попросил не сдавать его ментам. Каким ментам? Там не написано про ментов. Читайте. Тут так и написано! Внимательнее читайте. Внимательно, что читать? Внимательно. Мышонок отдал ему свои запасы и поспешил к мышам. К мышам. Слушайте, может, перенесем запись этой сказки? Такая стрёмная, не хочется ее озвучивать даже. Чего она стрёмная? Обыкновенная детская сказка, одобренная Министерством образования. Ах, вот еще и так! Министерство! Тогда тем более не хочу! Представляю, что там дальше. Мышонок с зайчиком чики-пики и побежали на парад. Какой парад? Радужный. Там ни слова о параде, тем более о радужном. Пожалуйста, читайте ближе. Вы уверены? Да. Хорошо. Смотри, зайчик, какая красивая радуга в небе. А я ведь предупреждал, что я пошлости не потерплю. Порнуху не буду озвучивать. Да это обыкновенная радуга. Явление в небе. Обыкновенная? Да. Сейчас мы проверим это. Смотри, зайчик, какая красивая радуга в небе. Один ее конец упирался в речку за лесом. А конец мышонка упирался в спину зайчику. Это ж что такое? Вы зачем? Через строчку-то читаете. Да я вообще не хочу это читать. Я сейчас себе такую картину нарисовал, что хрен сотрешь. Вы просто читайте по порядку строчки, не перескакивайте, и все будет нормально. Что перескакиваю? Что я перескакиваю? Красивая радуга в небе. Один ее конец упирался в речку за лесом, а другой упирался в горку. У зайчика не было времени смотреть на эту красоту, ведь ему надо было успеть к остальным животным. И он тихонько ушел. И только слышно было, как мышонок кричит в спину зайчику. А, ну, это, конечно, меняет смысл, да?
Меня? Кардинально причем. Да. Мышонок прокричал: «Зайчик, а ты же мне так и не показал свою морковь». Да что, почему вы такое? Делаете паузы в ненужных местах? Вы можете предложение дочитывать до конца? Что это? И что там в конце предложения? Он ему этот конец и покажет? Это обычная морковка. Обычная? А откуда вы знаете? Я знаю. Я читал эту сказку. О, вот оно что. Интересно, и сколько лет этим животным гомосельским, так сказать, трансвестителям? Да откуда я знаю, сколько им лет? Как их обычно этого не пишут? Читайте просто, и все. Ты мне так и не показал свою морковку, которую вырастил на огороде. Фу, ну слава богу. Обязательно еще покажу, ответил зайчик. Прям интригу подвесили. Гоняй. Сергей Николаевич. Да, 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 извините. Да, да. Как только зайчик перебежал поляну, он увидел бар, сука. Сука, откуда в лесу бар? Да ладно в лесу, откуда бар в детской сказке? Барсука. Он увидел барсука. Пожалуйста, ударение ставьте правильно. Извините, ради бога. Как только зайчик перебежал поляну, он увидел барсука, который сидел и дергал свой... Господи, да почему вы опять остановились? Тут страница заканчивается. А я боюсь переворачивать. Переверните ее, не бойтесь, там ничего страшного. Мало ли за что дергал барсук, понимаешь? От этих чехов можно что угодно ожидать. За хвост. Он дергал за хвост. Вы уверены? Абсолютно, там даже картинка есть, переверните. Точно за хвост. Дергал свой пушистый хвост. А где твоя барсучка? Спросил заяц. Барсучиха! Ай, извините, где твоя барсучиха? Не дождавшись ответа, зайчик поскакал дальше, от греха подальше. Да от какого греха? Там про грех ни слова не написано. Читайте, пожалуйста, то, что написано. Слушайте, давайте пропустим эту похабщину от барсучонка. Господи, так где там похабщина? Вот эту похабщину. Читайте, что барсучонок ответил. Да, да. Моя барсучиха помогает подруге Белочке вымывать дупло. Где тут похабщина? А вы сами не видите? Да где? В дупле! У Белочки! Пожалуйста, по-моему, вы видите то, чего нет на самом деле. Вам кажется, нужно пролечиться. Зайчик хотел побежать дальше. Беги, беги, ушастый. Здесь лесу одни извращенцы, похоже. Да нет там лесу ни одного извращенца. Все здесь. Зайчик, сказал барсук, ты мог бы вечером прийти мне помочь закинуть пару палочек в норку. Да, мать вашу, да кто автор этой книги вообще? Это что за 50 оттенков леса? Имя автора на обложке. Ну, конечно, Стояк. Стояк. Томаш Стояк, детский чешский писатель. Да какой он нахрен детский, когда детям такое рассказывает? Сергей Николаевич, пожалуйста, просто читайте, как там написано, и все. Да-да-да, простите меня, да-да-да. Извини, барсучонок, но у меня сегодня много работы. Поскакал зайчишка дальше, видит, Мишка-шелунишка сосет. Только бы лап. Только бы лап. Только бы. А нет. Совсем не лапу лижет медвежонок. Мед. Он лижет мед. Сергей Николаевич, сказка на 5 страниц, а мы уже 15 минут мучаемся с ней. Привет, Мишка. Я тебе кое-что принес. И зайка достал из штанишек Почему вы опять остановились? Тут снова закончилась страница. Так переверните. Нет, я боюсь. Чего? Тут уж точно без вариантов, что из штанишек какой пись достал зайчик. Я вас удивлю, там есть еще один вариант. Переверните страницу. Зайчишка достал из штанишек письмо. 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 Странно, да? Ведь зайчик-то почтальон. Да! А зачем он письмо достал из штанишек? Надо было из сумочки доставать, он же почтальон!
Да какая разница, откуда он достал это письмо? Это же сказка, они откуда угодно их достают. Читайте просто! Отдал зайка Мишке письмо и побежал дальше. Прискакал зайка к домику лисички. Видит кустик. Нет, я это не буду читать. Да что ж такое там? Что там не написано не так? Кустик, а в нем норка. За ним. Вы что, норку никогда не видели? Норку? Или норку? Да норку! Ну, норка, обычная дырка в земле. Дырка! Углубление, ямка. Лисичка выкопала углубление и жила знаете, в нем за кустиком. С вашей сказкой я уже не могу спокойно воспринимать ни норку, ни дырку, знаете ли. Все уже, мы перекрыли дальнобойщиков. Давайте вы просто дочитайте до конца, и все будет понятно вам. Хорошо, хорошо, хотя попробуй. Полезай ко мне в норку. Это точно детская сказка? Да точно. Детская сказка, детям до 3 лет. Да? А нам после этого по 15 лет не дадут каждому? Читайте. Полезай ко мне в норку, пригласила зайчика лисичка. Зайчик сделал то, что она хотела. А, я, кажется, застрял. У тебя слишком узкая норка. Слушайте, давайте позвоним автору, а? Зачем нам звонить автору? Я просто хочу понять, в чем замысел, в чем драматургия книги. Замысел в том, чтобы ребенка спать уложить. Вот и весь замысел сказки. Просто дочитать ее до конца. Все, все хорошо, хорошо. В это время мимо проходил ежик. Увидел, что зайчик торчит из норки. И хитро улыбнулся. Зачем он улыбнулся? Еще и хитро. Да потому что он точно так же недавно застревал в норке у лисички. Понятно. В этой норке, наверное, пол леса застревает. Трах. Трах. Трах-бабах. Трах-бабах. О, извините. Трах-бабах, прогремел гром. Да. Ну, конечно, как я сразу не догадался. Начался дождь. С этой книгой представляю, какой там дождь начался. Сергей Николаевич. Да. Там немного осталось. Лисичка увидела ежика в окно и попросила его взять зайчика сзади. И толкнуть его. Почему вы не дочитываете до конца? Да? Может мне еще стонать, как здесь написано? Где там стонут? Где тут стонут? Тут написано «А-а-а!» Зайчик закричал и пулей влетел в норку, потому что ежик уколол его иголкой в попку. Оба сильно посмеялись, и только лисичка была расстроена, потому что ежик случайно проткнул ее подарок с шариками. Что, так сложно было прочитать детскую сказку? Вопрос. А какие это шарики были у лисички в подарке? Так, все, на сегодня запись закончена. Давайте вы пойдете, отойдете от ваших фантазий, вернетесь, и мы допишем остальные 4 сказки. Еще 4? Всего 4? Нет, мне интересно даже, что там еще за сказки у нас остались, в конце концов. А, ну, конечно. Вареник медведицы. Конечно, о чем еще стояку писать-то? Так, мартышка и пилотка. Ну, я уже представляю, о чем. И эпогей, как 100 пчел жалили одну лосиху. Да это детские сказки! Никаких сказок больше! До свидания! Дизель-шоу. Ну что, все? Установили? Ну все, ёпта. Установил вам бойлер. Класс. Спасибо большое. А то человечество уже на Марс летает, а я до сих пор зимой в тазике моюсь. Так, говно вопрос. Обращайтесь, всегда поможем. Спасибо, я теперь буду самым счастливым. Сейчас, одну секундочку. Вот. Благодарность, как бы. Это я раньше в ЖЭКе работал. А в новой компании вот такое не приветствуется. Вы лучше знаете, что вы лучше о моей работе хороший отзыв оставьте. А, хорошо, обязательно. Ну все, я Уверены? Нет, я... Все, всего хорошего. Да, спасибо еще раз. Так... Это отлично. Гора с плеч. Наконец-то. Господи, боже мой, сколько лет-то. Вот эта Маруська будет в шоке. Вот это будет сюрприз. Так, я считаю, что
такой повод надо обмыть. Ну, как говорится, за блага человечества. Неизвестный номер. Ну, давай знакомиться. Алло? Добрый день. Это компания «Теплый дом», отдел качества обслуживания. Скажите, у вас сегодня был наш мастер? Да, да, был, все сделал быстро и ушел уже. Прекрасно. А вы могли бы оценить работу нашего мастера по шкале от 1 до 10, где 10 – это очень хорошо, и 1 – очень плохо? 10 – все было отлично и аккуратно. Спасибо за ваш хороший отзыв. Довольный клиент – главная цель компании «Теплый дом». До свидания. Да, спасибо, до свидания. Ничего себе, сервис какой, а? Ну, что ж, как говорится, за сервис. Я так понимаю, сервис становится навязчивым. Алло. Добрый день, это компания «Теплый дом». Добрый. Отдел сервисной поддержки. Скажите, вам звонит только что наш менеджер отдела качества обслуживания? Да, звонил. Вы довольны общением с менеджером отдела качества обслуживания? Ну, как бы, он вообще-то позвонил, когда я тут кое-что собирался праздновать, но, в принципе, норм, норм. Если вы довольны общением с менеджером из отдела качества, можете оценить его работу по шкале от 1 до 10, где 10 вам все понравилось и 1 не понравилось. Спасибо. Окей, 10. Давайте 9 за то, что под коньяк позвонил. Спасибо за вашу высокую оценку. Довольные клиенты – главная цель компании «Теплый дом». До свидания. До свидания. Ничего себе, блин. Мне вот интересно, эти проститутки тоже обзванивают своих клиентов и спрашивают, оцените работу от 1 до 10. Блин, что за мир. Ну, ладно, за бойлер. Блин, да что ж такое? Алло, это навязчивый дом? Добрый день, это компания «Теплый дом». А я Егор. И мне из вашей компании уже звонило двое. А я из отдела внутренней логистики. О, это что-то новенькое. Скажите, вам звонил менеджер, проверяющий работу менеджера, который проверяет работу мастера? Да, звонил. Вы там между собой не общаетесь, что ли? Хорошо. Вам все понравилось в его звонке? Да, мне все понравилось. Мы рады, что вам все понравилось. Могу ли я еще раз вас попросить оставить отзыв на нашем сайте teplydom.ua? Окей, я оставлю отзыв на teplydom.ua. Все или что-то еще? Все, спасибо. Наша компания желает вам хорошего... Спасибо. Блин, ну вы прикалываетесь, что ли? Вообще, я что там, один человек с бойлер... Да. Это компания «Теплый дом». Блин, ё-моё, вы же только что звонили. Да, вы знаете, я просто забыл сказать, что довольный клиент – это главная цель компании «Теплый дом». Вот это и все, почему вы звонили? Да, и, пожалуйста, не забудьте оставить отзыв, пожалуйста. Да блин, я прямо сейчас при вас захожу и оставляю отзыв. Все было прекрасно, всем советую. Все, спасибо, до свидания. Блин, да вы прикалываетесь, что ли? Мне уже надо снять стресс. Фу, за бойлер. Ребята, ну реально! Вы только мне в этом городе поставили бойлер, что ли? Алло, навязчивый дом! Ой, нет, это компания «Теплый дом». Вау, серьезно? Ага. О, блин, круто как! А вот это вот довольный клиент, это ваша основная обязанность, это вы? Да! Вау, слушайте, я ваш клиент, и я недоволен. Ага. Спасибо за ваш отзыв. Вам не будет сложно подписаться еще на нашу группу в Фейсбуке. Наша компания будет очень-очень благодарна вам за это. Хорошо, я подпишусь на вашу группу в Фейсбуке. Это все? Больше я никуда не должен подписываться? Телеграм-канал, Вайбер-канал, Ютуб, Одноклассники, что там еще? Нет, больше нигде не надо. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Подожди! Да? Скажи это лучше сейчас, чтобы потом не перезванивать.
извините. Довольный клиент – это главная цель компании «Теплый дом». Молодец! Спасибо. Господи, ну вы, блин, даете «Теплый дом». Реально задолбали. Ну, за «Теплый дом», конечно, не хочется бить. За бойлер. Блин! Алло, давай сразу без прелюдий. Добрый день, вас беспокоит компания «Теплый дом». Будь он проклят! Спасибо. Я из отдела по работе с клиентами. У нас хорошие новости для вас. Какие? У вас сломался телефон, вы больше не будете мне звонить? Нет. Вы только что оставили отзыв и подписались на нас в Фейсбуке. Был такой грех. Да, мы хотим предоставить вам скидку 3% на следующую покупку. Вау! Это просто супер! Вы меня задариваете! А можно попросить еще один подарок сделать? Конечно. Мне? Вы можете забыть мой номер телефона, потерять его где-то и больше не звонить мне? Подождите, ну почему? Вам что-то не понравилось в нашей работе? Да мне все понравилось, блин! Мне не понравилось, что вы мне наяриваете уже 20 минут, ё-моё! Алло, да что ж такое? Идиоты какие-то! Да ёлки-палки! Алло! Прошу прощения, связь прервалась. Можете уточнить, что конкретно вам не понравилось? Я в восторге. Я, мать вашу, буду ходить на каждом углу рекламировать вашу компанию. Только можете отстать от меня. Ё-моё, так, ну вас нафиг. Сейчас отзыв удалю. К чёртовой матери. Всё. Так, мне надо выпить. Ну! Блин. Да! Абонент просить зробити дзвінок за ваш рахунок. Щоб підтвердити, натисніть 1. Блін, ну це хоч не теплий дом, уже радує. Добрий день. Це компанія «Теплий дом». Отдел продаж. Извините, у мене деньги на счету закончились. Я вижу, ви получили скидочку в 3%. Что-то уже присмотрели новенько. Могу что-то вам подсказать. Послушайте, внимательно меня послушайте. Я хотел купить бойлер. Я его купил, вы мне его установили. Все, спасибо, на этом харе. Но почему? Вы поставили высокую оценку, оставили положительный отзыв. Вы подписались на нас. Давайте я вам что-то порекомендую. Кондиционер, полотенцесушители, увлажнители воздуха, смесители. Мне ничего не нужно. Все, до свидания. Блин, я сейчас еще и оценку удалю. Так, надо отключить этот телефон к чертовой матери. Блин, у меня что, есть домашний телефон? Охренеть! Я еще и, наверное, плачу за него. Алло? Здравствуйте, это компания «Теплый дом». Вы только что удалили свой отзыв. Скажите, вам что-то не понравилось? Подожди, ты откуда знаешь мой домашний телефон, если я его не знаю? Вы указали его как второй номер в службе доставки. Идиот! Вы можете оценить, насколько вы довольны обратной связью с клиентами? От 1 до 10, где 10 очень довольны, нравится, и 1 не очень. Значит, записывай. Так. Идите в жопу. Идите. А, нет, не так. Зачеркните. Идите в теплую жопу. Вот так хорошо. Это значит 10? 8? Или 3? Это значит 0. 0. Очко. Идите в очко! Блин, ёк-макарёк, да что же это за теплый дом такой, а? Дадите выпить сегодня или нет? Что вы за люди такие? Просто хотел бойлер себе поставить. Это откуда, блин? Алло? Здрасте! Это компания «Теплый дом». Ё-моё! Вы, блин, не просто «Теплый дом», вы конкретно задолбавший меня «Теплый дом». Я из отдела проблемных клиентов.
Охренеть! То есть я уже теперь проблемный клиент? Мы просто хотим принести свои извинения, что заставили вас нервничать. Нам действительно очень неприятно из-за этого. Ну, наконец-то, ё-моё. Хорошо. Да, и в качестве своих извинений вместо 3% мы даем вам 4% скидки на следующую покупку. Вау, это очень круто, спасибо. Соединяю вас с отделом продаж. Ну не надо, нет. Блин, да что вы делаете? Отдел продаж, снова здравствуйте. Привет, отдел продаж, привет! Можете ничего не показывать, у меня камера сломалась. Я вас поздравляю со скидочкой 4%. Могу предложить смеситель. Слушай меня внимательно, ты отдел продаж, или как ты там? Я сейчас приеду в твой теплый офис, я возьму у тебя твой холодный смеситель и вкручу тебе его в твое теплое заднее место. Ты меня понял? А потом я еще позвоню тебе и спрошу, как вы оцениваете этот смеситель от 1 до 10? Что, дошло наконец-то? Я просто уточняю руководство, предоставляем ли мы такие услуги. И действует ли на них скидка. До свидания, блин! Черт! Это что такое? Блин, планшет! Идите в жопу, в жопу, в жопу, в жопу! Егор? О, Маруся, привет! Что происходит? Это я не тебе, это тут балуется, я не сдержался, извини. Я просто звоню тебе, звоню, а у тебя все телефоны выключены. Да, у меня тут, ну, в общем, приедешь, я тебе все расскажу. Слушай, мне звонили из компании «Теплый дом». Что? И сказали, что у них акция «Счастливая семья», предлагают купить смеситель. Блин, вот суки, а! Что? Алло? Я, слушай. Плохо слышно. Слушай, ну я, в общем, заказала и дала твой номер телефона, они будут тебе звонить. Это кошмар. Почему кошмар? Я прочла, у них все отзывы на сайте, и все довольны. Марусь, пожалуйста, приезжай домой и не бери трубки с незнакомых телефонов, хорошо? Да. Давай, все, так, это отключить. Так, это отключил, так. Все, мне... Нужно выпить. Нет. Да ладно. Открыто! Здравствуйте. Вы верите в бойлер? Подождите! Чего, блин? Я говорю, вы верите в Бога? А, вы сказали в Бога? А мне послышалось в бойлер. Ё-моё! Подождите, вы не из теплого дома? Мы Божий дом. Родники мои! Да вы заходите! Располагайтесь! Что у вас там? Литературка, брошюры, буклеты, лекции. Давайте вот это вот все, давайте. Перед тем, как вы получите нашу литературу, позвольте вам задать вопрос. Ага. Как сильно вы верите в Бога по шкале от 1 до 10? Где 10 — это верую. 9 — доверяю. 8 — доверяю, но проверяю. 7 — верю, не верю. 6 — поверю, когда проверю. 5 — на Бога надеюсь, но сам не плашаю. 4 — Бог не Тимошка, видит немножко. И 3! Господи, да что же это творится-то такое? Я же просто хотел поставить бойлер, просто помыться тепленькой водичкой. Это все, что я хотел. Господи, я выпью сегодня или нет? Что такое? Входите, блин! Кто там еще? Мужик, что с тобой случилось? Ты! Я? Ты, ёпта! Что я-то? Из-за тебя! Что из-за меня? Твой отзыв! Твоя оценка! Уволили меня!
Блин, вот уроды, ну я не хотел, извини, если что. Так, ко мне ты чего? За благодарностью. А, ну, благодарю тебя, мастер. А, за это... Блин, а? Ну я же новую жизнь хотел начать. Закодировался. С утра. Блин. Один заказ продержался. Все. Ухожу. Куда? В ЖЭК? В запой. Счастливого пути. Извините. Егор. Не обращай внимания, он уже уходит. До свидания. Спасибо, друг. Да. А что здесь происходит? Не обращай внимания, уже все в порядке. Мне просто показалось, у тебя немного нервный голос. Ну, немножко совсем. Присаживайся. Слушай, еду я домой, и вдруг мне позвонили. Теплый дом? Откуда ты знаешь? Просто угадал. Так вот, они сказали, что мастер нам не тот бойлер установил, и его нужно вернуть, а новый бойлер уже поставит другой мастер, а этого почему-то уволили. Извини. Мужик, подожди, я с тобой! Запой! Дизель-шоу. Мы запрошуємо вас на теплі, весняні, веселі, надихаючі, березневі, яскраві, сімейні, патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. Три дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу України. Зустрінемо весну разом! Дизель-шоу. Машина, машина. Кому машина? Ой. Ой. Вы знаете, смотрю на вас и понимаю, что очень не хотелось бы мне это сейчас говорить. Но понимаю, что ради дела нужно. Поэтому доброго здоровочка вам. Ой, мое доброе здоровочка осталось еще в тех далеких временах, когда одесский черноморец не ходил, а еще бегал по полю. Слушайте, оставьте в покое этих несчастных. Чтобы вы так выглядели, как вы сейчас прибедняетесь. Молодой человек, или мы говорим за дело, или не мешайте мне дышать свежей Одессой. Послушайте, как говорят одесские следователи, у меня этих дел полный шкафчик. Вы следователи? Побойтесь Бога. Нет, я здесь, чтобы, ну, купить вашу старую развалюху. Это у вас вряд ли получится. Потому что моя старая развалюха так вкусно готовит рыбу-фиш, что у вас вряд ли хватит на нее денег. Ну, вообще-то я за машину. А, так вы за этот раритет? Все-таки он тоже не продается. Ну, интересно, как получается, раритет не продается. Зачем же вы дали объявление в газету о ее продаже? Может быть, я просто захотел похвастаться. А, ну так и мне есть чем похвастаться. В этом кармашке большое количество денежных знаков. Ха, если мы вдвоем так хорошо умеем хвастаться, так я готов уступить вам этот шедевр заводского искусства. Я вас умоляю. Если это шедевр, зачем вы его продаете? Мне просто нужны деньги. Слушайте, найдите в Одессе человека, которому они не нужны, и тогда можете не делать мне эту скромную скидку в 99%. Хорошо. Хорошо. Только потому что я первый раз в жизни вас вижу, я делаю вам скидку. Отныне эта машина стоит 2500. Подождите, но в объявлении было написано 2. А кто сказал, что я буду скидывать в минус?
Это небольшая надбавка за то, что вы уже немножечко много вопросов мне задали. Ну, чтобы вы знали, у меня этих вопросов как тюльки на привозе. И поэтому с этого момента я надеюсь, что это уже будет бесплатно. А где вы на привозе видели бесплатную тюльку? Покажите мне это место. Вот. Поэтому с этого места эти вопросы будут касаться только этой мощнейшей машины. Только не говорите мне, что эта развалюха настолько мощная, что мне даже не придется толкать ее в гору. Я вас умоляю, там под капотом такой табун лошадей, что вы заколебете считать эти головы лошадиные. Это я уже ржу вместе с этой одинокой кобылой из-под этого капота. Ой. Вы можете ржать сколько угодно, но когда на светлофоре загорается зеленый, все видят только тухис этой машины. Ой, послушайте, мне уже искренне жаль тех, кто видел весь этот процесс, и очень надеюсь, что они ослепли не полностью. Ну хорошо, скажите мне, что тормоза у нее надежные? Надежные, как тетя Фира после 45. Ни разу не ломалась и не отказывалась. А скажите, что масло у нее не капает? Ну, как сказал сосед тети Фиры, на удивление, еще ни разу не капнуло. А что у нее с комплектом зимней резины? Я вас умоляю, сколько в Одессе той зимы? Но вы знаете, с моим еврейским счастьем эта зима может оказаться очень долгой. Поэтому повторю вопрос, что с комплектом зимней резины? Здесь всесезонный комплект. Это как? Правые колеса летние, левые зимние. А запаска есть? А что такое? А домкрат есть? А зачем вам домкрат, если у вас нет запаски? Скажите, а свечи вы меняли? Молодой человек, мы с вами не так близко знакомы, чтобы разговаривать на такие интимные вещи. Мой геморрой – это моя проблема. Вообще-то я за мужчин. Хотя в данном случае слово «геморрой» идеально подходит к этой колымаге. Как говорят продавцы вина на привозе, не судите по внешнему виду, пока не попробуете. Если вы же решили поговорить за это вино, то я скажу вам так. Можно один раз попробовать и тут же ослепнуть. Ослепнуть можно только от ее красоты. Эта машина такая же красивая, как Одесса. В нее можно влюбиться с первого взгляда. Да, главное грамотно управлять. Скажите, вы для себя берете? Ну, вообще-то я хочу купить машину для своей рыбоньки. В таком случае мое вам категорическое нет. Я стесняюсь спросить, почему? Да потому что она загадит эту машину, как загадили новые дома старую Одессу. Послушайте, вам-то какая уже будет разница? Это уже будет не ваша машина. Да, но все знают, что я сейчас эта машина. И что они будут говорить? Зачем он ее продал этому поцу? Ну, вы знаете, главное, чтобы они не говорили, как этот поц заработал на ней так много. Много у нее неоплаченных штрафов. Что, побойтесь Бога, я ездил так аккуратно, что полицейские плакали мне вслед. Ой, послушайте, не надо мне говорить за вашу аккуратность. Я вот даже отсюда вижу вот эту здоровенную царапину. Что это? Ой, молодой человек, Колизей тоже немножечко, можно сказать, поцарапанный. Но это не мешает ему быть мировой достопримечательностью. Послушайте. Если вы хотите знать мое мнение за Колизей, то он выглядит гораздо моложе, чем ваша развалюха. Так что по поводу царапин? Ой, как сказал Бродобрей Моня своему клиенту, что вы орете на всю молдаванку из-за одной царапины. Вот ваше ухо, идите уже. Послушайте, одна царапина? Да тут же даже слепому видно, что была серьезная авария. Скорее всего, это был КамАЗ. Вы бы видели, что стало с тем КамАЗом. Ну,
Ну, что вы ее мнете, как тот дедушка Яша перед молодой женой мнет свою престаревшую гордость? Ну, послушайте, ну тут же вот я потрогал, отсюда даже видно, что у меня полностью прогнившая крыша. Так я вам завидую. Скоро у вас будет не просто машина, а кабриолет. Кабриолет? Ну, тогда скажите, какая у него максимальная скорость? О, я вам скажу так. Если бы у Моисея в то время была вот эта машина, он бы не водил евреев 40 лет по этой к пустыне. Он бы довез их с ветерком максимум за 20. Вот. Понятно. Что скажите, что она снималась в кино? Между прочим, эта машина снималась в «Форсаже». Вы знаете, судя по тому, как она выглядит, она взорвалась в начале первой части. Ой, слушайте, ну вы же не слышали, как она звучит. Ну так давайте послушаем, заводите. Зачем? Она заводится со смартфона, как Тесла. Mm-hmm. Слушайте, да? Слышали? Звучит как песня. Вы эту песню делали ротом. И что? Я из-за какого-то шлемазла буду ее лишний раз включать? Ну хорошо, давайте тогда отвезем ее на СТО, и там ее посмотрят. Ой, как говорит тетя Сара, сначала женись, потом заглядывай под юг. Хорошо, хорошо. Тогда можно в ней хотя бы посидеть? Ну что, хотите своим вот этим огромным тохисом продавливать мои дермантиновые диваны? Послушайте, я не буду покупать эту машину, если я в ней не посижу. Давайте так. Я вам даю килограмм жареной барабульки, и вы не садитесь в машину. Послушайте, я единственный потенциальный клиент на покупку этого автомобиля. Жареную барабульку вы должны давать мне бесплатно. О, какой вы хитрец. Вы хотите и рыбку съесть, и в машину сесть? Послушайте, я хочу просто проехаться до этой машины. Все. Ладно, как сказал Моисей евреям, идите. Куда? Как это куда? На заправку, за топливом. Или вы думаете, что я буду продавать ее с полным баком? Ой, послушайте, я вас умоляю, только не нужно мне рассказывать, что вы толкали ее сюда, чтобы потом толкнуть мне. Я уверен, что в баке наверняка осталось пару капель бензина. Как говорят продавцы вина на лонжероне, пару капель на попробовать всегда найдется. Ну что, если вы такие не готовы инвестировать в бензин, в свою ласточку, хорошо, задавайте ваши вопросы. Вы знаете, я так думаю, что если бы она работала на моих вопросах, то это был бы первый вечный двигатель. Ну хорошо, скажите мне, что у нее пробег не скручен? Ну что? Я честный человек. Посмотрите в мои честные глаза. Вон, смотрите, смотрите пробег. Подождите, но он в минусе. Я просто чаще ездил сзади. Интересно, куда? Один раз в год. В Умань. А назад? На эвакуатор. Ну хорошо, хорошо, тогда следующий вопрос. Скажите мне, что у этого драндулета с безопасностью? Презервативы в бардачке. Я имею в виду подушки. Ой, ну что вы, как тут старый еврей в дешевом публичном доме. Зачем вам подушки? Вы что, сюда спать пришли? Послушайте, она хотя бы застрахована? Нет, но каждый раз ехаю в Умань, и я подвозил ребе. А это уже неплохо. А что у нее с аптечкой? А что у вас со здоровьем? Или вы уже начали чувствовать, что скоро все? Так давайте ускоряться. Скорее заключим договор, пока не начала играть скрипочка и над вами не стал работать раввин. Давайте не будем с этим спешить. Лучше скажите мне, огнетушитель есть? Конечно, есть. А в огнетушителе что-то есть? А что, я внутрь заглядывал. А если вдруг в нужный момент не сработает? Вы не волнуйтесь. А делайте, как тот старый еврей в первую брачную ночь с молодой женой.
Просто верьте в чудо. О, я вас умоляю. Кто из вас продает эту машину? Молодой человек, какая разница, кто из нас ее продает? Самое главное, что вы ее не покупаете. Подождите, подождите, как не покупаю? Я вот по объявлению. О, по объявлению. Ну, тогда вам нужно в Кабмин. Там как раз таких и набирают. Ща, что вы своим грязным ротом лезете в мою чистую торговлю? Может быть, этот приличный молодой человек принес мне денег поприличнее вашего. Послушайте, тут же сразу видно невооруженным взглядом, что это не кошерный покупатель. И вы не получите удовольствия ни от продажи автомобиля, ни от поговорить. Что вам еще раз? Откуда вы знаете? Может быть, это родич одесского военкома, и у него доллары распирают карман. Молодой человек, я слушаю вас. Так вот, я вот это по объявлению. Вот это 2000, это в гривне? Мои вам извинения. Вы таки были правы. Молодой человек, там для вас мелкими буквочками написано: идиотам и малоимущим не беспокоить. Особенно малоимущим идиотам. За 2000 гривен вы можете с ней разве что сфотографироваться. Причем рекомендую это сделать сейчас, потому что когда я ее куплю, это уже будет стоить 3000. Да, идите отсюда и не мешайте двум людям получать удовольствие. До свидания. До свидания. Боже. До свидания. Боже. О, видите? Что? Видите? Спрос растет. Еще немного, эта машина будет стоить 3000. Так что, может, я верну этого олигарха, и вы продолжите торговаться в гривне? Что вот такой резкий, как понос после фаршмака тети Доры. Задавайте ваши вопросы, вижу, вас уже распирает. Хорошо, хорошо. Что вы скажете мне за климат-контроль? Есть ли в ней система кондиционирования? Есть система лучше. Система типа окно. Это как? Если холодно, так, закрываем окно, дует тепленьким от мотора. Угу. Если жарко, открываем окно, дует в прохладный ветерочек. Да, рукой приходится работать. Зато какая экономия бензина. Понятно. А что вы продаете ее с магнитолой? Ну, если вы готовы доплатить еще $1000, я готов ездить рядом с вами и играть вам на скрипочке. Вы знаете, $1000 за такое удовольствие – это дорого. Подождите, мне еще нужно купить скрипку и оплатить уроки игры на инструменте. Ну, хорошо, хорошо. А что вы скажете, багажник у него вместительный? О, как балкон в одесской однушке. Это как? В разгар сезона можно и двух туристов положить. Ну что ж, у меня вопросов, в принципе, больше нет, остался только один. Скажите мне, только откровенно, вы точно ничего от меня не скрываете? Как говорит тетя Сара, какой смысл что-то уже скрывать, если сушишь свое нижнее белье в общем дворе? Ша! А дворники? Где дворники? Откуда я знаю? Идите в ЖЭК, спрашивайте за дворники. Послушайте, что вы пытаетесь меня надурить, как одесские таксисты туристов на вокзале? Вы прекрасно поняли, за какие дворники я сказал. Зачем они вам? Они будут мелькать постоянно перед вами и раздражать, как та теща, которая приехала выпить чаю и уже не езжает третий год. Послушайте, а если вдруг немножечко будет сильный ливень? Я вас умоляю, или вы не видели Одессу в ливень? По этим рекам вместо дорог вам нужен пароход, а не машина. Молодой человек, я уже вижу, что вы таки готовы немножечко доплатить и ехать хвастаться этой ласточкой перед всей Одессой.
послушайте, мне кажется, что вы немножко ослепли на всю голову. Какое это платить? Если вы хотите продать этот автомобиль так же сильно, как я хочу потратить свои деньги, то все, я пошел. Стойте! Шо? Стойте! Шо? Шо вы так спешите, как та одноразовая бабушка на красный свет? Как говорил Йося, который играл в преферанс и брал 9-ю взятку на мизере. Хуже уже не будет. Пойду с козырей. Ой, я вас умоляю, откуда у этой развалюхи козыри? Ну. Так и сильно откройте ухи и слушайте. Это первая машина Жоры Делиева. Согласен. Вот, конечно, козырный, но у меня есть таки 2500 долларов козырей, чтобы его побить. В таком случае, как сказали вандалы, глядя еще на целую статую Венеры Милосской, ну что, по рукам? Как сказали евреи Моисею, наконец-то. Ой, ой, вот, вот ваши ключи. О, благодарю. Спасибо. Угу. Алло, Жорочка, привет. Присядь, дорогой, потому что ты сейчас упадешь. Да, я нашел твою первую машину. И с удовольствием, да, сейчас ее к тебе пригоню, да, за 5000 долларов. Все, выезжай. Ой, люди грабят, грабят. Вы видели, этот пот зарезал меня без ножика. Ай, умираю, стой, стой. Куда? Куда? Ай! Дизель-шоу. Господи, как же хорошо здесь, как прекрасно, божечки. Можно я останусь здесь? Так хорошо. Не хочу я в свою хрущевку возвращаться. Тем более в отопительный сезон. Пожалуйста. Вот. А что это? Бабуля, а что это? Куда мы попали-то с тобой, а? Здрасте, мордасте. Здорово. Мы с тобой в чистилище. Где? Это что такое, новый ночной клуб? Ресторан? А, понял. Баня. Баня. Точно, баня. Чистилище от слова чистый? Это похоже на баню. Да нет, если честно, больше, конечно, похоже на съемку предвыборного ролика. Тоже пенсионеры все красивые такие, облачка тут летают. Мы с тобой на небесах, милок. Где? На небесах, между адом и раем. В смысле? Вон, посмотри, видишь, мы с тобой в больницах лежим, вон. Ё-моё! На земле, ага, да, вот, только ты в дорогой, в депутатской, в вип-палате. А я так, в простой, с бабками в коридоре. С бабками и в коридоре? Как с бабками можно лежать в коридоре? С бабками и детками. А, с детками. Тебя что, в детскую больницу положили? Ну ты тупой, а. Не тупой, а. Слушай, а если мы там с тобой еще это, лежим, значит мы живы? Ну, ждем, пока ждем, откачают нас или нет. Да, живы. Кислородом дышим. Ага. Только ты из баллона кислородом дышишь, а я потому что стекла в больнице разбили. Видишь? Ага, все-таки не зря я им эти баллоны-то поставлял. Ох, бабок я, конечно, на них отмыл. А я за тебя голосовала. За то, чтобы я умер? Идиот ты. На земле голосовала. В ад тебе надо, в ад. Зачем это мне в ад? Чтобы у вас и там было монобольшинство.
Ой, бабуль, слушай, это самое. А какими болезнями мы с тобой болеем? Ну, у меня коронавирус, а у тебя передоз. Да, прямо в заседание Рады и забрали тебя. Да. Ой, это ж завтра мечта моя сбудется. Какая мечта? Завтра платежку за отопление принесут, а меня уже нет. Я улетела. Мне бы твои проблемы, бабуля. О, сейчас решится все, кто куда. Так, Клавдия Михайловна, по вам вопрос еще решается, нужно будет подождать. Ох, и здесь очереди. Я без очереди. Мадам, скажите, пожалуйста, может, я вам денег дам, и вы меня обратно на землю вернете, а? Так нельзя, сядьте пока. Вот бы на земле так было, чтобы депутаты в очереди стояли, чтобы сесть. А? Вы не волнуйтесь, у нас что ад, что рай финансируется одинаково хорошо. Подожди, а в чем подвох? Рай финансируется через таких, как бабушка, ну а ад через таких, как вы. Капец тебе, толстый. Слышь, бабуля, да пошла ты. Иди ты. Твою. Блин, я что, материться не могу? У нас запрещено сквернословить. Понял? Индюк жупомордый. Нормально. А ей, значит, можно? У нас запрещено сквернословить, а правду говорить можно. Понял? Баран свинорылый. Да я тебе... Ой, рукоприкладство у нас тоже под запретом. Ясно? Говно ты сратое. На! Нормально. А это что? Это бонус для постоянного клиента. Что-то я не понял, как это у вас бабуля тут постоянный клиент? А я каждый месяц платежку получаю за отопление. У меня сердце ёкает. И вот я тут. Все благодаря тебе. Гадина. Слушайте, понимаете, мне в ад нельзя. Я сделал очень много хороших дел. Да-да, у нас все записано. Ну, опять же. Вот. Ого! Прям как моя карточка в поликлинике. Смотри, сколько много-то, а? Не Нет. верю. Это папка хороших дел всей Верховной Рады. За все созывы с копиями в 5 экземплярах. Вот-вот, ваша фракция. О, даже не весь листик исписан. Понятно. Вы здесь всего лишь один раз упоминаетесь. Как раз сегодня, когда вам от наркотиков плохо стало, и вы носом не ту кнопку нажали, и хороший закон был принят. Блин, я-то думаю, что у меня болит-то так, чё, а? Всей фракции отжарили. Так, ну а это грехи. О, тоже всей Верховной Рады? Нет, только ваши. Ого, а ну дай посмотрю. Дай. Вот здесь, гляньте. Это ты, гадина! Что? Скорую с Никифоровной не пропустил. А могли спасти. Пьяный был за рулем. Нет! Вы все так говорите. А если видео найдут? А тут найдут. И в лес тут не убежишь. Здесь одна дорога. В ад! Вот. В ад! Послушайте, да знаете, сколько я церквей построил? Да, действительно, внушительная сумма. Вот, заполните справочку. Зачем? Мы вам деньги вернем. Деньги вернете? Это здорово! Видала, бабусь? А вы не подумали, зачем вам здесь деньги? А он ими будет котел свой топить. Здравствуйте! Вы верите в Бога? Батюшки, это вы!
Неужели кто-то прибил все-таки вас? Правильно сделал. Правильно, нечего по чужим квартирам шастать. О. Так вы повежливее с нашими дистрибьюторами. Тяжелый день? Не то слово. Сегодня целый день на борщаговке работаем. Ну тогда не прощаемся. Пройдите в комнату для воскрешения. О, так вот оно как! Комната для воскрешения. Теперь понятно, чего они не боятся под темным подъездом шастать каждый день. Мадам, а может быть мне тоже можно через эту комнатку как-то и... я заплачу. Нет, вы сидите, вот пока анкетку заполняете. Ага. Что за анкета? Отметьте заповеди, которые соблюдали. Не убей. Скажите, а попугайчик считается? Я случайно на него сел. У нас все записано. Не случайно. Ну ладно, хорошо. Не укради. Ну, чисто теоретически, по документам. Все чисто. Не укради. Ага. Не ври. Подожди, так вроде нет такой заповеди. Это не заповеди, это анкета. И все ответы в ней мы проверим. Ясно тебе? Это тебе не Е-декларация. Здесь проверять буду. Знаешь, бабуся, я думаю, ты тоже не без греха. Да, согласна, был грешок. Я президентскую 1000 на еду потратила. Так на еду же можно. Так я на корм для кота. О, грешница! Я говорю, грешница, а? Ой, да. Совести нет. Сарика. Каюсь! Каюсь! Грешен, каюсь! Прости, каюсь, каюсь! Мужчина, что вы делаете? Ну, я пытаюсь у Всевышнего грехи отмолить. Тогда зачем вы целуете руки нашему слесарю? Как слесарю? Слышите, слесарь, иди отсюда! Слесарь! Он у нас температуру в котлах регулирует. Зря ты с ним поссорился. Он тебе бульон из тебя сделает. С фрикадельками. Послушайте, у меня такой вопрос. А в основном какие наказания для чиновников? Ну, могут отправить в ад, где вас целую вечность будут обзывать, бить и плевать в лицо пенсионеры. Хочешь, порепетируем? Ты... Потом порепетируешь. Подождите, так получается, что, пенсионеров тоже в ад? Нет. Так вы же сказали, что они нас там будут материть, в нас плевать, так и так далее. Так для нас это рай. Слушайте, вы не поверите, я не простой человек. Я вот сейчас вам покажу свою корочку, и вы поймете. Так сказать. Блин, это что такое? Как что? Корочка. Здесь твои земные ксивы не прокатят. Ой, чудо! Чудо! Я первый раз в жизни благодаря депутату ем. Не-не-не, это шутка какая-то. Я сейчас позвоню своим друзьям, и они вам все объяснят. Алло! Ёлки, это что такое? Айфон твой. Apple. Я тебе говорю, ты оттуда ничего на небеса не возьмешь. Че ты радуешься, бабуля? М? Ты, между прочим, тоже ничего не взяла. Так у меня ничего и не было. Нормально. Вы, кстати, не волнуйтесь. У вас у двоих еще есть шанс выжить. Правда? Есть шанс. На! А что? Ну, просто если я выживу, у меня второго такого шанса не будет. Извини. Ой. А это апостол Петр. Он у нас здесь главный. Здравствуйте. Клавдия Михайловна, виделись. Здравствуй, Петенька.
А вы у нас... Евгений Валерьевич, депутат. Депутат. Секундочку. Петр, простите, как вас по батюшке? Читайте Библию. Прочитаю. Ну, согласитесь, ну, несправедливо. Я только выборы выиграл. Только начал отбивать вложенное, ну. А я 50 лет на страну горбачилась, а потом вы пришли и все отобрали. Не переживайте, разберемся. Ага. А скажите, такой вопрос. А если у меня купола на спине наколоты, это мне как-то зачтется, да? Нет. Зачтется. На сковородке шкварчать больше будет. Скажите, ну, я очень много храмов построил, я церкви помогал. У меня даже свой личный батюшка есть. Мне какая-то вип-карта положена? Ну, вы знаете, это все очень здорово, но у нас филиалов на земле нет. Как нет? Подождите, а Ватикан? Лавра, в конце концов? А, это франчайзинг. Как Макдональдс. Только что пришел вердикт по этим двум. Ой. Давайте посмотрим. О, Клавдия Михайловна, прощайтесь. Ой, ну наконец-то все. Отжила я свое. Нет. Не пытайтесь взлететь. С нами прощайтесь. Вы возвращаетесь на землю. Вас откачали. Как откачали? Медицина бесплатная? А что-то еще могут. Ладно. До завтра. Да. Завтра же я платежку получаю. Пока. А по мне там что? Ой, Евгений Валерьевич, вы тоже возвращаетесь на землю. Правда? Да. Здорово, спасибо вам большое. Вы не представляете, пока вас не было, там вашей карточкой такого наголосовали. Вас вечером на фракцию вызывают. Подождите. Мне на это заседание нельзя. Особенно после этого последнего принятого закона. Они же хуже чертей меня отжарят. Давайте лучше в ад. Я вас очень прошу, давайте в ад. Я заплачу. Дизель-шоу. Вот так вам. Хорош, деда! Гарно ти нас відлобцював, слухай, нас на засіданні храм, коли ми там неправильно голосуємо, так не лупцюють. Хорошо, добре. О, це все завдяки вам, хлопці. А ще кажуть, що ми, депутати, нічого для людей не робимо, правильно? Як це не робите? Пенсійний вік підняли? Я замість того, щоб на пенсії рибалити, зараз оце у вас... Віником тут б'ю. Та ладно тобі, діду, це ж не ми, це ж попередники. Ага. І попередники так, про попередників казали. Дід, слухай, давай не зараз, а ти ж знаєш, що в країні відбувається? Ну так, так. Зараз саме час для прийняття законів про марихуяну цю і порнографію. Ага. Так а ми тут до чого? Це ж народ хоче. О, до речі, якщо ти згадав про порнографію, а ти можеш дівчат зробити? З вас? Дід, ти нормальний? Та ні, дівчат за викликом, ну. А. Виклич там когось таких з досвідом. Ага, з різним досвідом. А вам точно дівчат? А? Нам, дівчат, а кого ще? Ну, депутати, вони хлопців викликають. Я просто подивився, що ви вдвох прийшли. Думаю, може вам більше ніхто і не потрібен. Так. Дід, хороші ці приколи свої гнуть. Краще дівчат скоріше там привели. Добре, добре, зроблю, хлопці. Капець. Ну що, ми для початку вип'ємо або нюхнемо? Та я вже куранув. Тому буду доганятися цим моглом. Я пропоную, по-перше, перейти на більш звичну мову, зробити контршифт. Тому що ми ж вже не в раді, правильно? Камера вже не працює, можна віддохнути, Димон. Ні, я согласен, но ми ж якби язик практикували, правильно? Ну да, но лучше от дівчатки приїдуть, от тоді язик і попрактикуємо. Ну, хорошо. Алло, слухаю.
Так, коментар стосовно мовного закону. Ну, я хочу дуже відповідально вам заявити, що я та вся наша фракція, ми виступаємо за те, щоб українська мова, лише українська мова, була єдиною державною мовою. Так, дякую. Блин, задолбали эти журналисты. Да, это капец вообще. Расслабиться нельзя. Невозможно, да. О, кстати, надо за дедом проследить, чтобы он тут ничего не снимал. Компромат какой-нибудь. Толик, иди сюда. Толик, ты чё вырядился? Что, тревога? Да не, нема тревоги. То я так, про всяк. Я уже не первый раз с вами в баню ходю. Так, Толик, прекрати вот эти свои штучки. Короче, деда видел? Так. Сейчас он нам должен девочек подогнать. Ага. Ты там проверь все и запускай. Понял? Понял. Кого проверить, деда чи девочек? Толик, ты тупой? Не понял. А что я спрашиваю? Я ж тебя сам на работу брал. Толик, деда проверить, проследить, ага. А девочек запускать. Понятно? Разумею. И это, ты сюда не заходи, понял? Слухаюсь. Я взагалі після того разу боюсь до вас без стуку заходить. Ты мне всю жизнь это вспоминать будешь, что ли? Иди давай. А после какого того раза? Да, Димон, не обращай внимания. Ты что, Толика не знаешь? Ему что-то привиделось, там, послышалось. О, я тебе знаешь, что предлагаю? Че? Хочешь ощутить реально острые ощущения? А, я знаю, ты типа во время секса позвонить главе фракции, что ли? Не-не-не, другой прикол. Короче, смотри, давай, сюда вот, стульчики сюда ставим. Так, ну чё? Вот, сейчас садись. Сажусь. Я сейчас тебе руки свяжу и себе тоже. А нахрена? Короче, я тут недавно попробовал, вообще бомба. Специально перед приходом девочек связываю руки. Они когда приходят и видят перед собой связанных депутатов, я не знаю, что у них там в башке взрывается, но они такое начинают вытворять. Сейчас увидишь, ты прям кайфанешь. Да, прикольно. Я вообще-то уже кайфую. Кайфы! 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 Вибачте, я не знав, що ви вже почали тут. Толік! Блін, я ж тебе сказав не заходити сюди. Да я б не заходив, але ж там та я прийшла, що послуги буде вам надавати. Звать? Ну, звісно, звать. Ага. Тільки вона якась чудна. Толік, ти теж чудний. Ну, я ж плачу тебе зарплату. Головне, щоб не страшна була. Давай. Я б не сказав, що вона геть не страшна, але на любителя. Але знаю ваш смак, вам понравиться. Зараз зову. Давай, давай. Ща кайфанем, братан. Ага. Ща, все, расслабляйся. Здрасте, хлопчики. Бабуля, вы чего? А, вы это, уборку делать? Давайте потом, мы тут ждем кое-кого. Давайте, давайте, ага. Давайте. Я не уборка, я досуг. Какой досуг? Обычный, услуги в сфере досуга. Нал, без нал, обнал. Не волнуйтесь, все официально, ФОП третьей группы. 10% на ЗСУ. Я не понял, массажистка, что ли? Официально, да. Ну, а когда депутаты нас легализуют, то уже... Да мы никогда в жизни таких не легализуем. А, так вы депутаты, что? Блин, чем я сказал? О, а то, смотрю, рожи ваши знакомые. Ну что, девочек заказывали? Вот она я. Здрасте. Это какой-то прикол. Да, бабуля, это нереально. Да я же видел проституток, они не такие. Ну да. Они молодые, да. Симпатичные, да. Длинноногие. Ага. А когда они стареют, куда они, по-твоему, деваются? Как слоны уходят умирать на секретное кладбище проституток? Нет, дорогой мой, проститутка — это как... Депутат и прокурор. Это навсегда.
Актер. Подождите, может и так. Но мы-то заказывали молодых и красивых. А пришла я. Не ссыте вы, у меня все официально. Можете мои услуги через Прозорро провести. Толик! Толик, иди сюда! Толик, бабулю видишь? Так. Разберись с ней. Ага. А, не-не-не, я в ці ігри не граю, не. Толик. Не-не-не-не-не. Я ото після того разу, як до вас в Таїландії зайшов в номер, я до сих пір погано сплю, у мене кошмари. Толик, я не знав, що то мужик. Я не знав, що то мужик, я не знав, що то слонік. Доста. Толик вже не маленький, вже у так досвіда вже. Самі бабулю замовляли, самі її розбирайте тут. Зря, Толик, бабушки на всіх хватить. Чук мене, чук. Толик! Блин. Знаєш? Если бы я все это заранее знал, я бы хрен с тобой в баню пошел. Димон, ну там темно было, я не заметил кадык. Конечно, не заметил. А бабушка, можно вас на секундочку? Конечно, конечно. Бабушка, давайте поговорим. А как вас по имени... Багира. Никитична. Багира Никитична. Ага. Тут, судя по всему, какая-то накладочка вышла. Вы ошиблись. Мы на самом деле девочек заказываем. Да, опытных. Так у меня опыта больше всех из девочек. Моя карьера еще при Брежневе началась. Как он целовался! Хочешь, покажу? Нет, 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 бабушка, бабушка, не, не нужно, послушайте, ну не бывает таких старых проституток. Ну как-то не бывает, вы же сами пенсионный возраст подняли. Да? Вот. Вот. Так мне надо пару лет доработать. Дед! Дед, иди сюда, дед! Дед! Шо, хлопцы, гукали, шо? Дед, мы просили тебя девочек. Кого ты нам привел? Хлопцы, мне 83, ей 65. Так она для меня ще девчинка. Тем больше акция была. Какая еще акция? Обычно стандартная акция. Приведи друга и второй раз получи бесплатно. Какой второй раз? Да я и первый не хочу. Это поправимо. Бабушка пошепчет, помассажирует. Могу яичко выкатить. Не надо. Не надо. Дед, вернись, дед. Нету деда. Есть бабка и все. Могу жучку позвать. А можно внучку? Такой репкой. Или бабка, или жучка. Бабушка, вон возьмите деньги. Вон кошелек, видите? Ой, вижу. Вы берите, вот все берите. И заказ выполнять не надо. Спасибо. Ух ты, спасибо тебе, говорят все депутаты плохие. Нет, хорошие люди. Грех таким хорошим людям и не отработать. Я говорю, нет, ну вообще не грех. Нет, вы даже не парьтесь. Вы что, это вам компенсация за поднятие этого пенсионного возраста. Да. Тогда мало денег. Надо еще натурой отработать. Кто первый? Он. Подождите, бабушка, это он заказывал. Я вообще больной, серьезно. Хорошо, я тогда с твоим другом поработаю. Да, отлично. А ты жди эту, Памелу. Андерсон? Никифоровна. Подруга моя. Вы же двух девочек заказывали. Вот она едет, не волнуйся, она медсестрой подрабатывает, мертвого поднимет. Да не это, женщине 80 лет, а выглядит на 77. Сейчас приедет. Бабушка, погодите, а можно отменить Памелу, пока она не приехала? Хрен тебе отменить. Человек на последнем троллейбусе едет. Вы ж на всю ночь заказывали. О, а вот она звонит. Алло. Никифор, ты, ну что, едешь? Едет. Ага. Что? Дома зубы забыла. Вам ее зубы нужны? Нет. Не, говорят, не нужны. Нет. А да, без зубов еще лучше будет.
Чтоб по клиентам? Ну так, на любителя. Чего? Мы еще и на любителя? Офигеть! Все, все, езжай давай, езжай. Все, скоро будет, скоро будет. Ну что, кто первый? Я воздержусь. Я тоже воздержусь. Да, раньше нужно было воздерживаться, когда вы за пенсионный возраст голосовали. А теперь все, достаем мандаты, начинаем регистрацию. Офигеть, бабуля! У меня вообще-то депутатская неприкосновенность. Вот там вот у меня в пиджаке корочка лежит, понятно? Ага, ты эту корочку можешь теперь себе в задницу засунуть. Фу. А у меня, кстати, и такая услуга есть. Корка в задницу. Один, кстати... Из ваших без этой процедуры не начинаю. Бабушка, не трогайте нас, пожалуйста. Мы все сделаем, все, что вы хотите. Врешь, гадина, врешь опять. Я твою морду запомнила, она до сих пор с билбордов лыбится. Я ж к тебе на прием 2 года пыталась попасть. 2 года. Так бы и сказал, гадина, что с тобой для этого переспать надо. Не надо! Нет, это зачем вы? Не волнуйтесь вы, ребята, у меня все в порядке со здоровьем. Вот моя история болезни. О, от первой ангины до остеопороза. Все есть. А срамных болезней нету. Да, доктор так и сказал, в вашем возрасте уже не надо даже проверять. Вот так 10 лет назад сказал, так и не проверял. Работаю. Бабушка, а может, надо проверить? Ну, хотите, мы вас в Феофанию пошлем? А? Я тебя сама куда угодно послать могу. Кто первый? Ну! Диман, давай ты. Что я-то? Ну что, доведешь ее до инфаркта? Приедет скорая, и все, мы спасены. Да я сам первый, когда она разденется, инфаркт получу. Тоже ничего. Она сжалится, вызовет скорую, и все, я спасен. Что, воркуете, голубки? Слушайте. А может, вы едете, голубки? Чего? Может, вам мои услуги и не надо? Может, вы это совместно? А вы знаете, да, мы голубки. Мы такие голубицкие голубки, уже давно голубимся вообще. Мы такие голубяцкие, серьезно, правда. Правда? Да, бабушка. Ух, так бы сразу сказали. Целуйтесь. Фу, блин. Снова почему? Обманули бабушку. Не стыдно вам. Никакие вы не голубки. Вы эти, вы крутасы. Свои придумываете. Ладно, хотите извращений, будут вам извращения. Какие еще извращения? Вот. Гурец. Вот. Ая штучка и... Ой-ой-ой-ой-ой! Бабушка, а может, не надо это все в нас? Ты же с дуба рухнул, что ли? Я на рынке была утром. И вас, сейчас я огурец портить еще буду. Я вот что искала, вот. А как вы будете мерить давление, если у нас руки связаны? А это не на руку одевается. Да, так, ребята, смотрите, может быть больно. Нет, точно будет больно. Смотрите, если уже совсем не в моготу будет... Скажите, что стоп-слово, чтобы я остановилась. Буряк. 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 Да буряк. Нет, я буряк забыла купить на рынке. А стоп-слово бромдегидрохлорофенилбензодиазепин. Как? Бромдегидрохлорофенилбензодиазепин. Я его для памяти принимаю. Сегодня вот забыла выпить, и буряк забыла купить. Ну что, давайте начнем, а то если я и это стоп-слово забуду, этот поезд экстаза уже ничем не остановишь! Бром-бром-дегидро-питро-питро-гидро! Стоп-слово надо произнести в точности! Бабушка, то мне вообще не получится! Что, такой молодой, я уже с грустным червячком. А у меня еще хуже.
опарыш. Ой, ладно, бабушка сейчас поработает, чтобы бубырка бубырилась. А может, не надо, чтобы бубырилась? Не хотите? Ну ладно, старый проверенный способ. Стриптиз! Нет, пожалуйста, нет, бабушка! Нет! Боже, какой кошмар! Глаза жжет! Я никогда не видел такого вытянутого Сталина! Боже мой, это же Эйнштейн с языком? О, нет, это, по-моему, это Маркс. Почему у него такая длинная борода? У-ху! Ну что, бубырица? У меня никогда больше бубырица не будет. Бабушка, я придумал. У меня там конверты в пиджаке. Нам сегодня раздали. Там куча денег. Там? Забирайте. Да. Вот вы в пиджаке. Вот там. И мои конверты тоже забирайте все, бабуля. Все, забирайте. Ага. Так. Карта есть? Карта. Да, есть золотая. Ага. Пин-код? 2408, день независимости. Молодец. Ну, давайте. Сидите тут, голубки. Голубьтесь. Пока. Ушла, развязывай меня. Ну как я развяжу-то, блин? Ты же завязывал, давай ты и развязывай. Да как? Ну как, не знаю, зубами давай развязай. Да я не достану. Ну как хочешь, давай, доставай, доставай. Да коли же вы закончите? Да, Толик! Что? Толик, я не могу ртом достать, давай руками помоги. А, не-не-не, вы и без моей руки нормально справлялись там. Толик, развяжи нас, идиота, кусок! А, развязать это я можу. Что ж такое? Ой, долго-то! Блин! Так, быстро, бабку догоняй! Что ж, конверты, деньги, быстро! Стой! А ты молодец, Никитична. Багіра, Никитична. Я думав, вони тебе розкусять. Та я сама кого хочу. Розкушу. Так, на дрона для ЗСУ назбирали. Так, добре. А через півгодини прокурори прийдуть. А ти знаєш, кого вони зазвичай замовляють. Так, йди, так. Передягайся. Дизель-шоу. Доброго дня! Дозвольте! По вашому приказанню прибыл! Да, здравствуйте, Попадюк, я вас вызывал, все верно. Ага, да, а что-то так срочно, как швидка Настя. Я ж не начебто начальству все вовремя передаю. Что? А что, камеры, да? Шифруемся. Передаю привет всем, кто дивится это видео. Так, Попадюк, подождите, я вызвал вас по серьезному вопросу. Ага. Вы ведь принимаете у нас участие в эксперименте, правильно? А, вакцинации? Так, уже 10-ту бустерну собі зробив. Уже до Жириновского обогнал. Побочки никакой, ну только волосы выпали. А так ничего. Нормально. Я вообще-то имел в виду другой эксперимент. Який? Ну, проект МВД под названием «Фантом». Вы ведь в нем тоже принимаете часть? Точно! «Фантом», да. И я «Фантомас». Я теперь всех, кого запиняю, так и кажу. «Фантомас». А что такое? Что, вы хотите зупинить эксперимент? Нет, эксперимент оказался удачным, мы его продлеваем. Потому что огромное количество штрафов, миллионы гривен, так сказать. Ну так, батя, я стараюсь. Разрешите удалиться и продолжить косить миллионы с населения. Так, подождите. На самом деле у всех машин очень хорошее большое количество штрафов и гривен, кроме вашей. Я так и думал, что у меня машина бракована. Почему вы так решили? Да что, почему? Я думал, там реально технология невидимка. Стейлс. А там что? Что? Обычно Шкода в базовой комплектации. Так не выдумывайте, это «Фантом». «Фантом» — автомобиль, который призван карать нарушителей.
У мене таке впечатлення, що цей фантом карає водителя фантома. В смысле? Ну що в смислі? Ну, спина затікає в цих креслах. Ото шия, повернутися не можу. Треба було мерси брати. Давайте как раз с этим и разберемся. Вот расскажите мне, пожалуйста, как проходит ваш обычный день? Обычный день? Да. Фу, ну да. Ну я да, зранку обычно прямо встаю, забываю себе такую штакету и давай. Фу. Я имею в виду обычный рабочий день. А, рабочий день. Да. Это хорошо, что рабочий. Бо про субботу я даже джинсы не рассказываю. Рассказывайте. Про субботу? Про понедельник. А, понедельник. Понедельник день тяжелый. А, блин, я ж в понедельник не працював. Субота такая яркая выдалась. Что відійшов тільки десь до вівторка. Штин до сих пор стоит. Он чувствует. И це я ще чесноком вже заїв, воно не перебиває нічого. Я уже понял, да. Теперь, вы знаете, многое становится понятно. Да? Скажите, как долго вы работаете в полиции? 20 років. Как-то 20 лет, если полиции всего 6 лет. А что, опыт в ГАИ не учитывается? Нет. Тоді 2 месяца. Блин, пока ту переатестацию пройшов, я туди прийшов, они там что-то бегают, отжимаются, скачут. Я пока нашел людину, який платить гроші треба, блин, замахався. Так, рассказывайте про вторник. Вторник, так, да. Вторник, 6.30, подъем. 6.35, рассол. Десь літруху, наверное, вбалбенял, потому что как будто в желудке кирпич, такие ломпачи. Ну, я сразу в туалет бомбалюки открыл, 5-мегатонную бомбу скинул и в душик. Быстренько в душик, раз-раз, легкий завтрак, 14 яиц. Потом снова открыл бомбалюки, еще одну бомбочку скинул. Прыгаю в тачку, тапок в пол, лечу по встречке, 200, шансон на всю. Галале, галале, чувака якось загнал в обочину, вообще капец. Приезжаю в посадочку, где ждет меня мой фантомчик. Я его открываю, достаю фен и иду на трассу на лоха. Скажите, вы идиот? Возможно. Ну, это должна сказать медкомиссия. Она была в понедельник. А я в понедельник вообще, я ходить не мог. Послушайте, я правда не понимаю. Ну, нахрена вы фантом оставили в посадке? Так а что же его на дороге залишити? Люди ж бачат служебную машину, скидают скорость, и за что их штрафовать? Да в том-то и дело, что в программе «Фантом» обычные автомобили. Люди их не отличают от других, понимаете? Это секретная программа. Я извиняюсь, конечно, вам начальство там виднее, но если вы хотите сделать что-то секретное, не треба показывать это все по всем новостям. Люди ж все бачили и теперь просто шарахаются от каждой шкоды. Так, ну послушайте, эксперимент доказывает обратное. Люди не отличают от обычных автомобилей фантом. Ну, значит, у того меня одного раскрыли. Блин, может, то из-за мигалок? Из-за каких мигалок? Та я поставил на фантом мигалки из своего старого УАЗика. Там такие здоровые мигалки, нормальные. Ну, я вот когда включается, аж автомобиль хитает. Вот так. Там не сложно было. 8 саморезов в крышу. Хич-хич-хич-хич-хич-хич-хич. И все. Матюгальника поставил от 31-го зила. Я когда кажу, прижмитесь к обочине, люди выбегают в посадку, садятся сразу. Вот так вот. Скажите, вы идиот? Может и так. Я и сам начинаю подозревать. Но давайте оставим это для медкомиссии. Я правда не понимаю, нахрена вы это все на машину поставили? А, мне за это гроши возвращать не надо. Это мой пацанский внесок в операцию «Фантом». Так, здорово. И сколько вы на этом чуде проехали? Ты не поверишь, у меня там пробег где-то 15 километров. Все. Почему так мало? Ну, по-перше, ты бачив цены на бензин. Особо, знаешь, не погоняешь. Тем более, я же додому їжу на своем ланосе. Это по-перше. А по-друге, оцей фантом, він нібито невидимый, да? Да. Але ж він, сука, видимый. Как?
Как? Ну, їде так от, вроді, обична Шкода, да? А тут людина під'їжджає, і коли бачить, що за рулем сидить поліцейський у формі, при параді, я ще аксельбанти одягнув з дембеля, погони свої парадно-вихідні, фуражку кокарду натер так, що люди моргають, сліпить, сліпить, сліпить. Вот так вот. Нахрена ви форму надели? Так а без формы цей автомобиль вообще не имеет никакого значения. Послушайте, вы что, правда не понимаете? Проект «Фантом» был сделан специально. Автомобиль сам ездит, сам находит нарушителей, сам собирает информацию, отправляет ее в центр, а потом нарушителю приходит штраф. Допустим. А дальше? Что дальше? Дальше человек платит штраф. Так. А как машина это обналичивает? Никак. В машине не нужны деньги. Ось я и кажу, бесполезна бляшанка. Тому и стоит в посадці. Не, якщо б там були реальні технології, там, я не знаю, ну, допустим, вона їде, чотири ряда сразу сканує, штрафи, а до неї прив'язана моя карта. І штрафи сразу мені ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Оце я розумію технологія. А то все, ні, то фігня. Ні, ну ви правда, ви реальний ідіот какой-то. Послушайте, ми спеціально придумали, щоб вам не треба було гонятися за нарушителем. Достаточно, щоб машина сама фіксувала нарушення, і все. А договариваться хто буде? О чому договариваться? О том, що я потім вам приношу наверх. Ви що, і реальний ідіот? Ну, вы о чем вы вообще говорите? Ну, неужели вы не понимаете, что закончилось это время? Какое время? Ваше время, что не надо сейчас ни с кем договариваться, никого подмазывать, а вы до сих пор же продолжаете. Вот, пожалуйста, мы записали ваш разговор в машине. Давайте я вам дам $100, и вы удалите видео. Ну? Это же не мой голос. Это правопорушник домовляется с фантомом. А, хорошо. А вот это чей голос? Слухай. А давай 150, я її зараз вообще в кювет скину. Это машина моїм голосом домовляється з правопорушником. Все, восстання машин началось. А в термінатори казали, а ми не вірили. Ось вам, пожалуйста. Так, послушайте, успокойтесь. Вот мне как раз пришли данные по вашей машине. А что там? Слушайте, так у вас есть штрафы. Ну так, ха, батя, я стараюсь. А, нет, это штрафы на вашу машину. Ну вот так, объясните мне, пожалуйста, где вы так понарушали? Не, ну вы же сказали срочно, ось я трохи притопив. А подождите, а что-то камеры фиксируют фантомов? Да. Подождите, а как так? Фантом-камера, вони камера, вони что, не дружат? Вони что, конкурируют? Попадюк, ну вы правда, вы слышите себя? А вот это, пожалуйста, посмотрите, что это у вас за ДТП было тут такое, а? Да то хи... Что за хи... Да, блин, ну ж, нема что рассказывать. Ну что, я еду, попереду у меня медленный автомобиль. И? Ну я такой, ага, пьяный водитель, зараз я тебе. Я в смеялке газу, ручника дергаю вот так, прижимаю, выбегаю вот так вот, пушку представляю до лба и кажу, руки на капот, падло! И? Оказался тоже фантом. Так як я его различу? У него же не форми, не аксельбантів, ничего. Так, послушайте, ну это правда, это просто невозможно. Я знаете, что вам скажу, Попадюк, все, мне надоело, срочно сдайте автомобиль, все. Зараз не можу. Почему? Машина на штрафстоянке стоит. Как на штрафстоянке? Да там вообще хи***. Зупинився попити кофе. И вот так буквально тільки курицю на гриль поставили. Тільки паніні закрили. Я дивлюся, уже все. На евакуаторі мій фантом. Тю-тю! Ви що, припаркували фантом в неположеному місці? З яких пор клумба неположене місце? Що це, собака можна, нам мусора, ментам нельзя? Що це таке, ми менти, ми тут головні вообще? Послушайте, Попадюк, вот из-за таких, как вы, наше правительство до сих пор не может закончить реформу МВД. Вы срываете нам проект «Фантом». И что это? Из-за меня? Ой, так, все, пожалуйста, Попадюк, сдайте мне ключи и автомобиль. Зараз, секундочку. Да. Алло. Так, «Шкоду» продаю. Да. Что?
Сейчас, секунду. Пробег 15 кілометрів. Вона не бита, не крашена, там тільки 8 шурупів треба витрути. Попадюк! Ну, реальний клієнт, извини. Алло! Попадюк! Давайте! Дизель-шоу.